Я могу найти подход к любому. Красавицей можно стать, и жизнь твоя изменится, наверное. Макияж за миллион — это к тебе. Платили и больше, честно говоря. У меня цены неадекватные. Но это дорого, реально. Простите меня, челябинские визажисты, если вы обиделись, но это так. Осуждайте, не осуждайте, но я просто не хочу по-другому красить. Если бы Пэрис Хилтон видела, какими мы инструментами укладывала и парикмахер, знаешь, так молча, вот так, чик. Hello, guys. Что такое коррекция лица? Потому что некоторые не понимают. Ты не успеваешь использовать одну палетку и одну помаду, когда уже выходит что-то другое новое. Мне не нужно давать выбор. Или там, или ты с нами, или ты с ними. Я сам выберу, с кем мне общаться. Смотришь часто на звезду и думаешь, вот руки чешутся, я бы тебя перекрасил. Мне жена говорит, ты какой-то башкирский хан, уехал в Москву, дань собрал. Я вот сейчас тебя накрасил, сижу и реально любуюсь. Ты когда-то танцевал в стриптизе? Да. Ой, такие вопросы. Я точно знаю, что красота есть в каждом. Привет! Молодец! Смотри, что Гуччи подарили. Ой, как красиво, красиво да. Супер. Какой ты из этого мне выбираешь? Я так и знала, да. Делай, как знаешь. Я тебе доверяю. Тебе люди миллионы платят за мой. как я тут могу с Мне казалось все время, что за границей почему-то все лучше. Однозначно, самая сильная школа в России. Я работаю с руки, это не смущает. мне кажется, это так же, как с поварами. Это тут Либо ты доверяешь, это контактная история, ты должен это принять. Либо ну, можешь краситься сам все, мне кажется, известные визажисты мировые, они работают с руки. Поэтому Град вообще без кисти, я, на руками там. Пальцами, достанусь. да, всегда. Я максимально тоже работаю. Вот, кстати, видно, наверное, на камере, что заматировалась передняя часть лица, потому что комбинированная кожа. Профессионально, видишь, поправляйтесь. Сердар, у меня, кстати, язык не поворачивается тебя называть визажистом, потому что ты же уже у нас такая большая звезда, а визажист это вроде профессия, фактически сфера обслуживания, но ты ее перевел в другое качество, так скажем. Ты стал звездой не только в этой профессии, но вообще звездой, можно так сказать. Когда тебя называют самым известным визажистом России, что ты в этот момент? Мне, конечно, приятно. Мне приятно, когда есть признание. Как тебе кажется, почему вот этот формат, before and after, до и после, никогда не теряет свою актуальность? Это же шоу. Это же классно смотреть. Это связано с тем, что вот у людей вот эта страсть к преображению, что вот чудеса возможны. Конечно. И я могу быть красавицей. Те же сестры Кардашны та же Белла Хадид. Феноменальное преображение, и отсюда и такое количество подписчиков. Почему Кайли Ким, ну, самые популярные девушки Америки, и это не красавицы безумные. Они такими стали. Не кажется ли тебе, что твоя популярность часть связана с тем, что ты даешь женщинам вот эту, ну, не иллюзию, а надежду? Иллюзию. Это как многие пишут, что он утром встал и смыл, и все. Начиная от сказки про Золушку, от, помнишь был еще сериал, там не родись красиво Да, Нелли Да, да. эти вот все, что связано с преображением, ну, красотка, филипп, красотка тоже. любое, мне кажется, возьми голливудское кино, это всегда какая-то история, какая как изгатка. Ну, всегда думаешь? же девочек в детстве все хотят быть принцессами, жить во дворце. Причем я знаю очень много случаев, когда не там с пластикой связаны, ни с чем, а когда девушка реально расцветает ближе к 30 только. С той же Дженнифер Лопес так да. и произошло. Мне кажется, Это она соверш... в молодости Совершенно была. Совершенно разные люди. В наше время вот эта история, фильтры, макияж от звезд типа тебя, звезды типа Ким Кардашьян, и вся история, связанная с тем, что красавицей можно стать и жизнь твоя изменится, наверное. Именно в наше время вот обрела какое-то такое острое, более явное такое звучание. Не кажется ли тебе, что это вот приметы в большей степени нашего времени, хотя это было всегда? Диджитал, инстаграм, он большое влияние имеет. Ты открываешь инстаграм, ну, то есть я лично там сам подписываюсь на паблики спортсменов, потому что мне все это должно мотивировать становиться лучше. Самая радость, мне кажется, потратить деньги на косметику, да. А где онлайн или ты любишь пойти прям? Я люблю пойти, пожамкать, поболтать, посмотреть, так что мне подарить там какие-нибудь еще подарки, типа тесты какие то ненужные, я не знаю для чего там какие-нибудь косметички, упаковки, знаешь, вот это все. я в этом плане ä, прям люблю все красиво, потому что если это блестит или красиво упаковано, то это важно для меня. Бывает, бренды присылают, ну, типа, вот у них нет Интересно, там... Да, да, Типа, я вообще все сразу откладываю, я не буду этим пользоваться. У тебя масс-маркет есть что-нибудь или это да. только... Никс, карандаш есть у меня. Ну, это вот самый масс-маркет, который у тебя Ну, да, я... У меня нет, мало У меня почему-то сыры все время визажист, который использует люкс. Ну, Мэйбелин невозможно. У меня нет или там... Тушь есть Вивиан Сабо, где то была. Но помимо этого у меня... 30 тушей крутых марок. Я беру там какую-нибудь сыворотку, у меня стоит за 60 тысяч какие-то кремы тональные, знаешь, которые ты, ты, приходишь, это очень важно для клиентов, что у тебя Ну, мне важно, если лучше, я смотрю, да. что у визажиста, но у меня у самой И... есть пудра Maybelline, которая, знаешь, вот это вот на, что называется, на века. Вот она матирует как-то зверство. Ну, она не такая красивая. Ну, но, но есть она, там она э, матирующая пудра All Hours, это в Саларан, которая прекрасно матирует также. Или там вот эта пудра, которая не так видно будет. Я не знаю. Я не говорю, что масс-маркет это плохо, но я не специалист по масс-маркету. Вот Лена Крыгина, она может, мне кажется, рассказать про все. В том числе больше всего про масс-маркет, потому что она в этом плане эксперт. Она понимает там куча всего. И я когда первый раз с ней встретился, 4 часа мы с ней болтали без остановки. Вернее, она болтала. Топ, не знаю, 5 марок, бьюти-марок. Что бы ты назвал? Ну, Ой. Вот я у тебя вижу. Диор. Вот у, у меня вижу. есть Диор, да. Форд. Том Форд, Лоран, да, Шарлотта Тилбери. Что? Дольче. Я не знаю. Ну, у меня много здесь всего, в принципе. Я люблю некоторые продукты, там, допустим, из Кевина, но я не скажу, что весь бренд я использую, например, тоже. Двор мне очень импонирует, да, я очень люблю. У меня кейс всегда меняется. Сегодня я пользуюсь одним, через полгода, через год ты можешь увидеть, что у меня там больше половины поменялось. Но для меня самое главное — это тональное средство. Мне или... кажется, тебе нужно попробовать вот этот тональник новый. У Том Форда вышел тонкий матирующий тональник, прям тонкий-тонкий. Traceless Soft Matte Foundation. Угу. Я, ну, я а я сфотографирую потом. А если вот большие губы, как у меня, красная помада, можно использовать? Конечно. Да? Ну, вот да. когда я видела Джоли с красной помадой, мне не нравилось. А мне нравится. Нравится? Да. Мне кажется, как ту матч Да нет. Но если красная помада, то ты будешь смоки делать или все-таки нет? Ты знаешь, здесь зависит от, от типажа. То есть есть такой типаж девушек, которым идет это. Когда и яркие глаза, и яркие губы, например, там на постерах рекламных и в сен есть девушки, у которых синие смоки и яркая красная помада. И это смотрится круто. Чем более модельная внешность, мне кажется, тем больше... Позволительно делать все, что ты хочешь с собой? Ну, это не, не наш вариант. Нравится? Только честно. Мне нравится, да. Если ты хочешь больше скульптурирования, мы можем чуть добавить. Нет, я Единственное, я бы, может быть, сама, если бы контролировала, я бы губы поменьше сделала, потому что меня за них все эти... А куда? Нет, подожди, стоп. Тебе нравится или нет? Мне нравится. Ну, зачем ты будешь жить ради кого-то? Давай жить ради себя. Мне нравится. Все. Как так получилось, что ты сам стал селебрити. Это очень нетипичная история. У Лены Крыгина это получалось, да, частично там у Гуар, но немножко по-другому. Гуар очень массовая, Лена очень светская, а у тебя как раз, мне кажется, вот тот баланс, когда ты и массы большие охватил, и в тусовке, и, сам стал звездой. И на мероприятиях на светских, и ты, ну, как бы все, ты уже полноправный участник светской жизни. Знаешь, я об этом думал тоже, мне кажется, в первую очередь самое главное это коммуникабельность. Ну, что отрицать, я коммуникабельный, правда. Я могу найти подход, мне кажется, к любому, поэтому даже в бизнесе от меня никто не уходит практически. На работе, сотрудники, есть какая-то ситуация, я всегда могу найти подход, я всегда могу поговорить по душам и понять, что нужно человеку. И сейчас, мне кажется, в Москве это самое важное. Слушай, у тебя такие, правда, теплые руки. Ты, правда, весь Серьезно. прям горячий. Я мерзну, вот сижу под кондиционером. <свят> вот этот тепловой режим у тебя, конечно, такой Ну, мощный. кстати, одно время было модно аэрографом работать. Тон носить, да, знаешь? Да-да-да. Я, да, да. да. я что-то одно время делал. У меня одна клиентка, моя пацана, говорит, «Сердар, можно руками?» Я так обожаю, когда трогаешь мое лицо. И когда ты вот здесь вот красишь, а твоя ладонь вот здесь около носа, я так дышу в нее. То есть им нравится тактильность такая, да. Видимо, какая-то энергетика продается, я не знаю. Но мне тоже нравится. Я не люблю через железо какой-то там работать. Ну, они же платят не за иногда не за макияж, многие клиенты. Просто за эмоции какие-то, я не знаю. Действительно же очень приятно у тебя вот руки вот такие горячие. Смеешься, улыбаешься. У тебя вот энергетика сильная очень. Ты знаешь, на самом деле... Мне кажется, мне можно потом уже книжку писать о женской психологии, потому что, поработав столько с клиентами, я на самом деле очень много красил. То есть почему э, вырабатывается этот профессионализм? Потому что большое количество народу через меня прошло. Вот прям вот я раньше в Уфе красил с 4-5 утра невест по 15-20 человек в день. Это можно в день 20 человек накрасить? Конечно. Ты встаешь в 3 ночи, э, в 4 утра ты уже на работе. И э, где-то через 12 часов ты заканчиваешь работу. А все это время ты стоишь на ногах и красишь. Когда женщина сядет красиво в зеркало то мне кажется, она сразу преображается. уже там ничего не надо. что-то немножко винишка макияж, красивую шмоточку и все настроение обеспечено у любой, у любой стервы. А ты откуда берешь эту энергию? Надо же очень много раздавать. У меня много энергии, не знаю, откуда она. Я понял, что еще энергию я беру из семьи. Это сто процентов. Я когда дома с детьми, там с собаками, как-то так наполняюсь прям, потому что когда я не вижу с семьей, мне очень тяжело. Ты хороший отец? Ну, мне кажется, неплохой. Ну, единственное, может быть, мой минус, то, что я не так часто дома из-за того, что очень много командировок. А так, в целом, мне кажется, неплохой. Самый частый вопрос от моих подписчиков рассказать про мой уход. Чтобы снять все вопросы разом, сегодня я пущу вас в святая святых, в мою ванну, где покажу средства, которыми пользуюсь. Все они французские. Я искренне верю, что французский уход едва ли не самый эффективный. Без правильного очищения качественный уход невозможен. Сначала мягко отшелушиваем лишнее. Этот деликатный пилинг Rixoline линии Derma подходит даже для самой чувствительной кожи лица. Наносим кремообразную текстуру, оставляем на 5-10 минут, она превратится в масло, и смываем. Кожа как у младенца. Кстати, у французской марки Rixoline есть еще один хит уникальная маска Гидрошок. Это бестселлер бренда и главный любимчик всех блогеров мира. Если вы не верите в мгновенное преображение кожи за пару минут, значит вам пора попробовать это чудо-средство. А это гениальный лосьон для лица с экстрактом черной икры марки Matisse. Попробовав его один раз, я уже не могу от него отказаться роскошное средство. Матис, один из лучших французских брендов, недавно сделал ребрендинг. И мне, как человеку, которому очень важна эстетика, особенно нравятся эти баночки, которые выделяются среди всех: лаконичные, элегантные, как все французское. А еще я должна рассказать вам о своей любимейшей марке Пайо, созданной женщиной по имени Надя Пайо. В далеком 1927 году она была одной из первых женщин-врачей в мире. Этот бренд один из самых эффективных. Идеальные текстуры, тщательно разработанные формулы и изысканные ароматы. А это сыворотка для здорового сияния кожи, без которой я не представляю свой уход. Сыворотка мгновенно делает кожу свежей, молодой, наполненной энергией. Красивая и ухоженная кожа в любом возрасте ⁇ это легко, если правильно подобрать уход. По ссылке в описании выпуска все мои любимые средства по Йорекса Лайн Матис, которые гарантированно сделают вашу кожу красивой и ухоженной. Кстати, до конца месяца действует специальное предложение ⁇ Неделя Франции ⁇ от меня и моих любимых французских брендов. Переходите прямо сейчас, не теряйте времени. Я правильно понимаю, что какой бы выдающийся, талантливый, гениальный визажист не был, вот если у него нет этого классного вайба, энергии, харизмы да. для взаимодействия со своей аудиторией, то ничего не произойдет. Да, потому что э, одно дело быть талантливым, другое дело, когда это талантливый, но вредный, необщительный, токсичный, такие есть. С которым не хочется просто общаться. Слушай, но ну визажистов а, приятных много. Вот я прихожу там в один известный салон: они все там и мельтешат, и милые, и прекрасные, но далеко не все из них становятся, не то, что далеко не все, вас вообще, по сути, по пальцам пересчитать таких звездных, да? Вот почему это происходит? Какие там, не знаю, нужные двери ты открыл? Я не боюсь, понимаешь? Вот, вот, эта боязнь, почему ее нет? Вот особенно перед такими людьми, как, я не знаю, там, Ксения Собчак, который каждый жизнь боится. Ну, потому что вот здесь такая грань. Или ты показываешь свою силу, то, что ты не боишься своего профессионализма, плюс энергетику. Потому что я, например, очень часто если я вижу, что клиентка волнуется или боится, или трясет, потому что подходит бородатый, волосатый мужчина и стоит рядом, что-то там колдует на лицом, в этот момент она думает, он, наверное, думает, что я страшная, не у меня там, э, а вдруг у меня там, я не знаю, что-нибудь не так с лицом. Да я столько раз видел ненакрашенных женщин, что меня этим не удивишь вообще. Вот, плюс ко всему, я же профессионал, вы же не приходите там к гинекологу, не думайте, боже мой, что он сейчас впервые в жизни увидит там. Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы быть э, не только, может быть, даже крутым, самым крутым визажистом, а кем угодно самым крутым, в первую очередь надо быть хорошим психологом. Сто процентов. И ты. Не делаешь типовой макияж, Хоть у тебя есть хит, вот смоки твои знаменитые. Ты не делаешь типовой макияж всем подряд. Нет. Ты отталкиваешься от Я человека. Я стараюсь не делать. Очень часто бывают, клиентки приходят не за макияжем поболтать, подпитаться энергией. Иногда просто ей плохо. Она рассталась с парнем или там еще что-нибудь. И хочется вселить самоуверенность какую-то. Рассказать, объяснить, показать, что может быть красивой. Это же важно очень. Мне кажется, что еще в нужное время, вовремя я могу схватиться за то, что нужно. Кто-то считает, что у меня удачи очень много в жизни. То, что мне часто, там, знаешь, попадалась история там, с Пэрис Хилтон, да? Потом меня пригласили на телевидение внезапно, потому что я познакомился с Ксюшей Бродиной, ее красил, и она мне посоветовала, чтобы пройти кастинг. То есть я проходил кастинг полноценный, потом какие-то... А, как я стал визажистом, в принципе. Это же тоже супер интересная история. Да, ты выручил свою жену. Да, то есть я в силу своей, не знаю, какой-то вот этой молодости, без, безбашенности и просто немножко какой-то отчасти наглости, просто сказал, что да, я визажист, я могу накрасить. Когда сказали на галопоказе, ребята, если визажисты, потому что нас ну, никто не пришел, то можно красить модели, а я в то время помогал Насте за кулисами и четыре дня я уже тусовался за кулисами, видел, как работают визажисты, а до этого мне всегда нравилось это, знаешь, я всегда сестру на дискотеку собирал, там косметика Руберос, это, знаешь, там да -да -да, помню. помада коричневая кика на черный карандаш для губ. Вот, и мне всегда нравилось вот это, вот, знаешь, лица, я все время люб люблю наблюдать за лицами И когда мне сказали, что, спросили, кто из визажистов здесь, я сказал, конечно, я И мне тогда сказали, что, а вы можете накрасить, показать? Я говорю, конечно, я взял у Насти косметику, косметичку такую маленькую, я помню, вот эти аппликаторы даже были И я сделал макияж смоки айс кстати, зеленый, одной модели И они сказали, ну круто, классно, сможешь накрасить 20 человек? Я говорю, конечно, но если вы мне заплатите за это они сказали 200 долларов, я говорю, вообще по рукам, спокойно. 20 человек за 200 долларов. 20 человек за 200 долларов. И я сидел в зале тогда, мальчик из Уфы, и смотрел, что мои модели ходят по подиуму в Москве уже. Я не визажист был в то время. У меня был такой самый большой поток. Просто а, в Уфе, после того, как накрасил Парис Хилтон. Да, да, я видел, кстати, фото. Да, фото и там фото. у меня было просто очередина стояла огромная после этого. А как она к тебе попала? Это вообще была моя первая звезда самое первое вообще из даже российских звезд, ну, типа, у меня, что я тогда жил в Уфе, работал в Уфе, и мне ВКонтакте пишет девушка какая-то. Типа, Сердара, вы не хотите накрасить Парис Я думаю, какая сумасшедшая вообще, что ли? Ну, ну, хочу, может быть, но ну, а зачем ты меня об этом спрашиваешь? Я ей ничего не отвечаю. А ты думал, что это что, развод? Ну, ну просто, может, спросила, развод какой-то. или Она написала, что она прилетает к нам в Уфу вниз. Потом она еще раз пишет, Ридар, я серьезно, к нам прилетает Парис Хилтон на открытие торгового центра июнь. Я думаю, в очередной раз может быть, какой-то там шутка или что, я не знаю, на меня. Потом я залажу в Инстаграм Парис Хилтон, и она выкладывает афишу, типа, уфа, я лечу к тебе. Я был просто в шоке. И я... ты сразу я... ответил. Конечно. У меня там сразу такой райдер, типа, кисти там продезинфицированные, косметика самая-самая. Нам сказали, пожалуйста, не опаздывайте, потому что если вы опоздаете... Она будет без настроения, и мы должны быть там вовремя, в общем. Мы с парикмахером собрались, начистили свои там инструменты. В общем, приезжаем в гостиницу. Здесь парикмахер на заднем сиденье делает так. Я поворачиваюсь, я говорю, что случилось? Она говорит, я все инструменты забыла просто на подоконнике. Я их помыла, остывать оставила на меня. То есть, понимаешь, мы там опаздываем, здесь такая ответственная звезда. А вот, ну, типа все, все инструменты просто, как бы она распереживалась, видимо, оставила. Впервые в жизни, мне кажется, хотел убить человека. Вот, и я говорю водителю: пожалуйста, в любую парикмахерскую ближайшую, просто заворачивай сейчас. Я выбегаю просто в обычную парикмахерскую, забегаю и говорю: девчонки, всем привет! Мне нужно срочные инструменты по укладывать. Они на меня так смотрят. А ну, такая советская обычная. И они такие «Что?» И здесь администратор меня узнал вроде на мне И говорит «Так это же Сердар Комбаров» Дали мне инструменты, знаешь, такие вот это, Советских времен низ. То есть вы укладывали Пэрис Хилтон инструменты? Если бы советские... Пэрис Хилтон видела, какими мы инструментами укладывали парикмахер Знаешь, так молча, вот так, чик Там такие, знаешь, секаторы вот, ну в общем. Но получилось а... нормально, я фотку видел. Ну как получилось. бы все получилось. Для тех времен там еще у меня iPhone, может был там самый первый Из фотк. Ну короче, я ее красил как-то вот полу, полусидя она лежала просто в подушках на низком стуле в компьютере, попросил нарисовать стрелки, у нее одно веко Нависшее, прям вот не припухшее какой-то такой. А сим... У тебя вот симметрично, видишь, аккуратненько все, а у нее одно веко прям асимметрично Я думаю то, что здесь по картинкам, ну по фотографиям видно, да это. Вот, и я как-то и сделал. Все, я накрасил глаза, осталось только губы. Лиза ей доделала волосы, просто закрутила. И она такая, говорит, можно мне зеркало? А до этого мне предлагала все время, кстати, ресницы свои, тени свои, косметичку достала. И в то время, кстати, я так открыл, тоже думаю, боже, Пэрис, что у тебя с косметичкой? Там вообще просто полностью, как у обычных девчонок, бывает такие грязнули, знаешь, там грязь какие-то, там какие-то рассыпанные тени, Замосквей". Да, Замосквей". да. И она мне еще дает эти тени, знаешь, вот эти. Она говорит, у меня секси, very sexy тени есть. Я говорю, нет, ты что, у меня вон, пожалуйста, начищенный Том Форд стоит. Вот, и я ей сделал, она такая очень долго смотрела, говорит, очень красиво. Ну, типа, а, самый прикол, она же разговаривает на английском, а я английский вообще тогда не знал. Сейчас я, ну, изучаю, два года уже с репетитором, а в то время сидела переводчица рядом, которая проглотила просто язык и ничего не могла сказать. А мне нужно с ней общаться, я же говорю, там, закрой глаза, открой глаза. А я в шоке, ну, типа, Пэрис Хилтон, она тогда была еще более популярная. Я не знаю английский, как мне с ней общаться. Я такой думаю, как сказать «открой глаза». Думаю, так, когда дверь закрываешь, там написано «open». Я такой «Paris open». А потом думаю, а как сказать «закрой»? «Paris close». Я она встает такая, ой, очень красиво, классно. Я говорю, о, я говорю, ну, типа, липс, мне нужно губы доделать. она такая подходит к столу, вот так берет там блеск для губ, такая, thank you, говорит, и уходит. И мы такие слизы. Капец, мы даже с ней не, фот... не, сфоткались. Кто нам поверит вообще, что мы ее красили, такие расстроенные, знаешь, собираемся. И она появляется через 10 минут уже в платье. Вся такая, знаешь, девочка-девочка. Хотя в жизни она не такая вот милая. Ну, как сказать, она нормальная, но она разговаривает вот таким вот голосом. Типа, как, типа hello, guys. А вот когда она вышла, у нее же такой голосочек, типа, и она говорит, ну что там, с кем будем фоткаться? В общем, мы сфоткались. Выходим за дверь номера отеля, такие, ху, пойдем напьемся, просто выпьем. Ну, потому что это реально был стресс для меня. После этого у нас стояли очереди просто. Все хотели накраситься у визажиста Парис Хилтон. Ну, их была возможность сделать мейк, э, те, кто делал макияж Парис. Я горжусь, что решилась и создала свой YouTube канал После этого шага я все чаще слышу от знакомых, что я настоящая self-made woman. Конечно, мне это льстит, но мало кто понимает, каких усилий это стоит. Постоянные съемки, договоренности с гостями, планерки, продюсирование. А ведь надо находить время для себя. Так вот мой секрет эффективности. Оптимизация всех рабочих процессов. Я постоянно изучаю онлайн-сервисы, помогающие справиться с задачами быстрее и качественнее. Сегодня я хочу рассказать о настоящем спасателе для тех, кто работает в сфере HR. Облачная CRM-система Talantix от Headhunter. Поэтому начать работу в Talantix просто. Для авторизации используйте логин и пароль от вашего аккаунта на hh.ru. Интерфейс дружелюбный и понятный. Подсказки внутри сервиса помогают новичкам настроить систему под себя. Внутри CRM интегрированы все инструменты профессионального HR-менеджера в одном окне. Вы можете автоматически сохранять резюме кандидатов, джоб-сайтов и вести свою базу резюме в облачном пространстве, общаться с кандидатами в удобном для вас мессенджере, назначать и проводить собеседования и получать уже готовые отчеты и аналитику. Талантикс помогает экономить до 80% рабочего времени. Но самое главное, оценить в своей работе все возможности Талантикс вы сможете не только с моих слов. У системы есть бесплатный пробный период. За две недели вы не только сможете прощупать возможности сервиса, но и закрыть первую вакансию. Начните пробный период сразу, когда смотрите интервью. Переходите по ссылке в описании и подключаете облачную CRM Talantix, чтобы избавиться от изматывающей рутины на работе и больше уделять времени себе и близким. Я вначале вкладывал не в свой личный бренд, а вот в салон, сотрудников и так далее. Потом мне однажды моя клиентка, она взрослая женщина, говорит, Сидар, вкладывай в себя просто работай только над личным брендом, и все дальше попрет у тебя. И я начал там где-то в журналах светиться, там меня на интервью куда-то позвали, там, то есть вначале ты боишься заявлять о себе, знаешь, кто такой Сердар Камбаров, как-то даже незвучно, и какая-то фамилия, имя, знаешь, какая-то нерусская, и вот кто вообще будет обо мне говорить, понимаешь, а сейчас когда говорят об этом громко, ну, мне приятно. То есть я понимаю, что так может называться, в принципе, там какой-нибудь бренд, салон и так далее. И вот ты появляешься в Москве, я, я, тебя узнала, когда ты стал сотрудничать плотно с Аллой Вербер. Uh -huh. И вот это знаменитые, вот эти все ее роскошные этот макияж. И все обратили внимание, насколько я знаю, Ксения Собчак обратила на тебя внимание, увидев тоже макияж Аллы Вербер. И как-то ты незаметно вот влился в эту московскую тусовку. Тут ты на свадьбе Бондарчук красишь Светлану. Тут ты на дне рождения, да, Артик, Асти. Да. Тут ты на премии Гламур, тут, ну, в общем, куда ни сейчас ни кинь, никуда не глянь, ты везде. И это как происходило? То есть я правильно понимаю, что ты у тебя сформировался пул подруг светских. С кем ты работаешь бесплатно, как мы с тобой уже обсудили. Очень а... мало таких. Светлана Бондарчук, Наташа Максимова и кто еще это? это? Ксюша Бородина. Ну, ксюша Бродина. Алена Шишкова, кстати. Мне мне сегодня писали: вот визажист Алена Шишкова, визажист там. Сейчас я визажист Ксения э, Собчак. Ко мне приходили клиентки, говорили: Среда, мы ходим там для невесты по 2-3 дня с твоим макияжем, потому что не хочется жалко сбывать. И сейчас в Москве, я не буду называть ими звезд, но есть такие, которые не смывают мейк по 2-3 дня даже. Бывает такое, что прилетали в Уфу делать мейк, там делали, улетали на вечеринку в Москву, здесь там смывали, или там куда-то летят в другое место. Или максимум могут снять тон, переделать, а глаза, глаза все глаз стоят, потому что глаза, да. Глаза сложнее всего сделать. Всегда мечтала к тебе попасть, тем более, да. что после информации о том, сколько стоит твой мейк. а я столько сегодня сэкономила, просто кучу денег. Да. Просто Надя хотела сегодня накраситься, поэтому решил мне позвать на передачу. Да, да, да. Да. Я решила дать бесплатно сделать макияж самого дорогого визажиста страны. <свят> Но ну, у меня вот подруга ездила на ПМФ Питерский экономический форум, я тоже ездила. Она мне говорила, что обратилась через я так понимаю, что через каких-то твоих помощников к тебе ей обозначили. Там что-то около 200 тысяч рублей. И она уже готова даже была ее заплатить. Uh -huh. Но... А почему не заплатила? А что-то ты сам не смог в Питер поехать. Ну, я еще удивилась, говорю, ты готова была 200 тысяч за моих заплатить? Она говорит, ну мне было важно. У меня было столько мероприятий, выступлений. Я давно мечтала к нему попасть. И даже за 200 тысяч она не смогла с тобой поработать. Ну я, наверное, на работу, был занят. Видимо, да. Ну, ну, Платили ей больше, честно говоря. Здесь Были невесты, которые летали делать мейк за полмиллиона. Ну, это просто макияж. Помимо этого перелет бизнес-класса, гостиницы, ну, где-то макияж обходился миллион. То есть настолько она хотела, что... Это выглядел? не одна была такая. Есть люди, которые прям очень хотят. И периодически запросы пускают. Для них это не такие большие деньги. Я причем пролетел в Лондон. Была красивая, прекрасная невеста. Просто... красотка. А что, в Лондоне нет визажистов? Она а... хотела меня. Макияж? Но она сама ну, не, из, не из Лондона, из России или из Украины. Не знаю точно. Но... Я когда приехала, она говорит, Сердарчик, ну мне вот так чуть-чуть здесь прям... Я говорю, в смысле? Я летел столько сюда. Ну классно, Макияж за миллион, это к тебе. Вот ей хотелось так, как, как она мечтала когда-то, может быть. Ну, ты сделала, как она мечтала? Конечно, это была суперкрасивая невеста. И мне было прекрасно все, начиная от платья, укладки, мейк. Вот. И у меня были другие невесты, тоже, которые, в принципе, готовы платить такие деньги. А сколько ты, наверное, же в курсе стоят mm -hmm. услуги топового визажиста перед церемонией вручения Оскара? Или звездам бесплатно все-таки делают? Я не думаю, что бесплатно, потому что, например, если работать где-нибудь в Лос-Анджелесе за границей, ну, я узнавал, да, по этому поводу. Я знаю то, что ты просто так вот типа с Инстаграмом не будешь красить звезд, при, ну, приедешь сюда. Там нужно в любом случае какой-то контракт с агентством. Ты сначала, может быть, работаешь ассистентом у кого-то визажиста, помогаешь, а потом там через год-два тебе могут там, не знаю, дать накрасить Дженнифер Лопес, например. Но просто так, чтобы приехать и сразу раскрутиться, как у нас в России, там, Инстаграм, да, там кого-то накрасил зверь руки, такого нет, в основном работают через агентство. Но я думаю, что они хорошо получают, потому что за границей, там, американские визажисты, они как звезды, они как селебрити. Так же, как и стилист. Ну которые... да, там Патрик Та, тот же самый, который красит всех крутых девчонок, у него прям бренд косметики. А ты, кстати, мог бы быть вот официальным визаж... визажистом какого-то бренда и работать на одном бренде? Или я, тебя ну... это ограничивает? Я... Мне, наверное, было бы некомфортно, но были такие запросы от брендов, честно говоря, я могу сказать, когда они хотели, чтобы я был, я уже был тогда достаточно известный, чтобы я был официальным визажистом. Я пришел ради интереса на встречу, я сказал, ребят, ну, может быть, я пойду, но только на определенных условиях, и это будет стоить очень дорого. Они говорят, ну подумайте, скажите нам цену. После того, как мой агент озвучил им цену, они сказали, знаете, Сердар, даже Ева Лангория столько не попросила. Сколько попросили вы за контракт? Это Лориаль тебя звал? Да. Ты вспомнил, да, что Ева Лангория лицо Лориаль было? Да, Это было несколько лет назад. А, подожди, еще один бренд меня звал тоже. тоже не Люксовый? Да. Не можем, да, его называть? Да нет, Шесейда, могу сказать. Тоже не потянули тебя? Ну, я не знаю, по каким причинам, но думаю, что... Ну, там достаточно высокий народ, в принципе. Ну, слушай, если у тебя макияж может стоить миллион рублей, конечно, они тебя не потянут. Нет, смотри, мы сейчас сделаем такую мне антирекламу, мне кажется. Почему? Просто потом ко мне никто не запишет макияж. Нет, подожди, давай объясним. Макияж в Москве стоит тысячу евро. От, вернее, от. Но, когда откроется мой салон, я, наверное, поставлю дешевле свой мейк, ну, типа, без есть, выезда. Подожди, свой. свой. Не просто с твоих мастеров. Моих мастеров будут адекватные сможешь? цены нормальные. У меня цены неадекватные. Но это дорого, реально. То есть я бы не пошел за такие деньги. Но красят. в своем салоне ты за меньшие деньги будешь. Да, раз. конечно. Если мне оплачивают перелет, проживание, и я лечу в другой город, я трачу больше времени. То есть я трачу два дня, день-два. Понимаешь? А, поэтому, да. Конечно. То есть здесь дело времени. У меня не мейк даже стоит, у меня время час. Вот час ты можешь заплатить за там, тысячу евро, со мной просто поговорить, я там припудрю тебя. И все это будет стоить столько же. Неважно, какой моей сложности. Когда я красил Аллу Вербер, я никогда не хотел с ней брать денег. Но она платила. Она мне или платила, или что-нибудь дарила, когда я не хочу брать. Она все время только там какую-нибудь бутылку шампанского, только шарф, я не знаю, а, то какой-нибудь кошелек модно мне подарит, еще что-нибудь. То есть, понимаешь? Но с ней, знаешь, что классно? Куда не приходишь, все двери открыты тебе. Но ты сидишь, ты с ней, и все такие сразу. Слушай, а можно сказать, что вот с нее началась твоя какая-то новая страница? И можно. Сто процентов. А Собчак платит тебе? Да. Чуть-чуть другие условия, но ну, Ксения Анатольевна вы... всегда платит. Чуть-чуть да. другие условия? В смысле, ты скидки ну, просто делаешь? Да, я делаю скидку. Большинство все равно смотрит телевизор и большую роль на твоей медийности, популярности сыграла перезагрузка. Перезагрузка сыграла большую роль, но больше в регионах, мне кажется. То есть среди не светской тусовки, потому что когда я приезжаю там в какой-то небольшой город или куда-то где-то, где вроде особо ну никто не знает, в принципе, кто такая там Наташа Максимова, например, да, то они смотрят перезагрузку, потому что все э, мамочки, которые в воскресенье с утра встают с детьми пораньше, потому что тусовщики в основном спят, и никто не смотрит телевизор, я, в принципе, сам не смотрю телевизор, то они смотрят, ну, во-первых, во-вторых, это реально классная передача, когда мы делаем добро, мне кажется, мы берем реальных участниц и преображаем их, причем все им делают, там, круть, зубы, там, не знаю, липосакцию, все что угодно, макияж, волосы, это прям история Золушки такой. То есть, на твой взгляд, телевидение, которое хоронит постоянно, все еще рано его хоронить? Оно это все-таки работает? Мне кажется, ну вот я вернулся опять на проект. На самом деле, я же уходил, у меня не было год на проекте. Мне так это все надоело, честно говоря. Как-то вот я вот во время пандемии я понял, зачем мне это надо. И у нас там были отношения не очень хорошие с продюсером. Я устал, ну правда. Ну, ну там ты были свое получил? Были да, я получил свое, и я как будто уже да, начал давать больше. То есть я как будто нужен стал больше им, чем они мне. И вроде как бы я устал, и были некомфортные условия для работы лично для меня. А когда некомфортно, тем более какая-то агрессия, я не могу работать вообще. Все, я уйду сразу, лучше попрощаться, уйти, потому что я... вот у меня в салоне, в салонах и где на работе, везде должен быть классная атмосфера и позитив. Как только начинается агрессия, я не могу. Я иск... или выгоняю этого человека, исключая, искореняю, потому что искореняю, потому что я не могу так работать. А почему ты вернулся? Позвонили, поменялась команда, предложили лучшие условия. Я вначале отказался, и мне сказали, что вот-вот сейчас другие люди, будет классный, и возвращайся. А мы бородина осталась тебя, скучаем, да. Да, все остались. То есть вы снова с бородиной будете на Тнт? Да. Вот уже совсем скоро. Ну, уже. Осенью, думаю. да? Когда выйдет передача, уже Когда будет. Когда выйдет да. наше интервью, уже выйдет и, и перезагрузка. Да. Я правильно понимаю, что формула твоего успеха: то, что ты, с одной стороны, охватываешь широкую аудиторию благодаря телеку и инстаграму, а с другой стороны, ты входишь вот в эту элитарную часть светской тусовки Москвы. Все-таки Алла Вербер, Светлана Бондарчук и Ксения Собчак это все-таки ого-го, какие величины. Я думаю, что любовь зажит с ними очень хотела бы поработать. Когда мне говорят, знаешь, ты иногда и с ТНТшниками тусуешься вроде с этими, да? Да? И вроде и здесь с нами тоже. Как тебе это удается? Ну, я говорю то, что мне не нужно давать выбор из серии. Или ты с нами, или ты с ними. Я сам выберу, с кем мне общаться. С одной стороны, у тебя ты выкладываешь макияж для Чулпан Хаматовой. А... Я ее обожаю. Просто. И тут я ну, ты выкладываешь макияж для Виктории Бони. И у многих разрыв шаблона, ну как так, так такие разные да. люди. Но ты вот... Но они же началом... женщины все, понимаешь? Но ну, ты перед началом интервью сказал, что вот Бони зря демонизирует, и что она очень неплохой да. человек на самом деле. Да. Потому что я люблю ее. А какой вот она человек? Я убедился на собственном опыте, как ее хейтят просто так. В Ницце у меня был мастер-класс, ну, то есть на Лазурном берегу. И Вика была в то время там. Я говорю, Вика, ну, ты будешь у меня моделью? Она такая, с удовольствием. В общем, у меня была моделью, я снимаю в этот момент сторис. И я достаю какую-то лампу, вот свет, который там я снимаю, маленький свой, потому что мы его там и она говорит, ой, классная лампа, я тоже ее хочу там Я говорю, ой, вот тебе там подарок Потому что я, я вообще такой добрый человек В том плане, что я люблю дарить подарки Я сегодня заметила, да, да ты меня тоже одарил <laughs> Вот, и я снимаю это в сторис И тут же выходит на следующий день статья, что Виктория Боня В очередной раз как попрошайка Напросилась на макияж Сердару Камбарова И выпрашивала у него там Типа косметику или что-то в этом роде То есть по сторис они сделали такой вывод Хотя, ну как бы Вика Сделала мне одолжение была моделью, и ничего такого в этом ну, как бы нет. То есть они здесь все перевернули, мне кажется. Ну, я знаю, что она достаточно сильный человек. Понятно, что бывают какие-то моменты связаны там, знаешь, с инстаграмом 5G и все остальное, на что я, в принципе, закрываю глаза и не обсуждаю это с Викой. Вот. Но в целом она такая веселая, достаточно, достаточно такая, знаю, мне кажется, пробивная. И, ну, я не вижу какого-то негатива в ней. А почему, как тебе кажется, вот есть люди типа нее, типа Бузовой, которых так сильно хейтят? Бесит их популярность, красота. Я не знаю, в целом, вот, но ну, женщины особенно же это делают. Они такой народ, им не нравится. Особенно, когда ты успешная, классная. Как бы самая большая волна хейта на вику была, когда она была на красной ковровой дорожке, на Каннском фестивале. Это жутко всех раздражало просто. А кто она такая? Что да, потом... кто она такая, почему там оказалась и так далее. То же самое, что Соли. Безумно, мне кажется, добрый человек, который все время Позитивная, супер трудяга. Да, понятно, что есть всякие там ситуации, но не знаю. Но мне кажется, это смешно. Ну да, я тоже иногда смотрю, думаю: ну, сморозила глупость, там человек еще что-то. Но... Мне кажется, иногда это, прям вот, знаешь, на, на пользу. К сожалению, в наше время. Ты можешь э, прославиться только э, или там ну да или ты супер талантливый классный, потому что, в принципе, мне иногда не приходится хайповать, но иногда я делаю эксперименты, выкладываю какие-нибудь фотки в трусах свои, потому что я понимаю, что у меня будет огромное количество комментариев, где будут меня там засирать, писать гадости, но в то же время я сижу и вот так веселюсь немножко, мне прям смешно становится. Я уже перестал за свой род такой психологический тренинг, когда ты учишься не реагировать на гадости, а гадости будешь писать. Вот вчера мне даже прислали скриншот. Вот, кстати, да, я хотела на эту тему поговорить. Вчера ночью листаю твой Инстаграм. Очень, очень готовлюсь к интервью, да, и вижу, что ты выкладываешь этот скриншот. Да, ну его смысл такой, что я попытаюсь его понять. Можно я перехожу до слова? Да, ну давай, да. Сердар, здравствуйте. Я думала, что вы пидор. Она прям пишет. Но вы, оказывается, хороший человек. Типа у вас есть семья, дети и так далее. Ты знаешь, у меня такой ступор, даже не знаю, что ответить. Мне хотелось написать, что, а если даже бы пидор, ну да, что? Вот как и бы, что знаешь, так? Я супертолерант. Нет, на ты еще написала, теперь я буду типа то, да. что вы делаете, цените особенно. Ну, как-то так она написала. У меня, понятно, что у меня, как бы, этот вопрос преследуется всегда часто. Во-первых, визажист. Во-вторых, когда я иногда знакомлю, знакомлюсь с клиентками, приезжаю, начинаю общаться, мне говорят, так вы, оказывается, нормальные. Я думал, сейчас будет бегать вокруг меня, там, такой. Ну, да, даже с, с манерами такими. Да, да манерные и так далее. Но почему? Во-первых, кому какая если бы даже я был там, с кем я сплю, и какая-то личная жизнь? Во-вторых, мне кажется, сейчас так, такие времена ничем не удивишь. Ты когда-то танцевал в стриптизе да. в Уфе? Сейчас ты об этом очень спокойно, откровенно говоришь. У тебя был момент когда-нибудь какого-то вот смущения на эту тему? Да, мне кажется, особо не было такого. Я не знаю, почему там тебе сказали, что я Да, скрывал. мне говорили, что ты какое-то время ну, это в доступе. Ты забиваешь комбаров. Раньше было типа самый известный стриптизер уфы, сейчас известный стриптизер в России, типа. То есть, ну, везде, зато известно. Это, это класс. За что я не берусь, становлюсь известным? Это, мне кажется, круто. Хотя я не был, чтобы ты понимала тогда, там, кино -то супер качком высоким, там с каким-то там офигенным телом, но, но у меня была такая харизма, мне кажется, я выходил, знаешь, ловил взглядом какую-нибудь девчонку и просто испепелял ее, и как бы, ну, знаешь, я был веселый, всегда у меня были классные костюмы, не знаю, мне нравилось, это не было, мне кажется, пошло сильно. Тебе, кстати, это как-то помогло, вот, вот это <как> умение раскрепощаться в танце, оно тебе помогло? В мне кажется, это придало самоуверенность процентов, потому что ну, это же классно, когда ты нравишься девчонкам, публике и так далее, понимаешь? Потому что многие, да, кстати, мужчины не отпускали после, когда я стал визажистом, на макияж ко мне своих там жен, потому что они думали, что я там типа во время макияжа танцую им стриптиз или что-то делаю. Сейчас до сих пор они не отпускают на курсы, потому что типа я выкладываю фотки иногда с голым торсом, и все думают, что, видимо, я там на курсах опять учу чему-то плохому. И сейчас, когда я еду отдыхать, я беру с собой чемоданчик с косметикой. Ну, типа, мало ли что, типа, ну, представляешь, я остался в стране без ничего, а чемоданчик меня спас, это мои деньги, все. Ну, типа, я, это моя профессия. Я улетаю в Америку, я могу там заработать, могу там... А раньше, знаешь, что я на собой носил? Что? Ну, стринги, конечно. Серьезно? Что если что, ты можешь заработать? Да. Костюмчиков пару брался с тобой. Я помню, однажды было такое в Сочи, когда пришлось пойти потанцевать в клубы, строиться. То есть у тебя что-то случилось, обокрали? Нет, просто чуть дольше остались, мы денег не хватило. Там Пошел потанцевал и подзаработал. Сейчас такие времена, когда осознанно и кого-то за какие-то там, знаешь, тем более, ну что уж такого, твоего подруга Максимова, Интервью Собчак вообще-то о себе такие вещи mm -hmm. дала жару. И ты правильно, знаешь, что, после что этого ее ты не стали не, не да, стала да. к ней как-то относиться по-другому и так далее. Да, для меня было откровением, но. И это правильно на самом деле. Я вообще считаю, что ни за что никого нельзя осуждать. Только если человек токсичный, мерзкий и друг, про других гадостей говорит вот это, это неприятно. Я, пока не познакомлюсь с человеком сам лично, и не пообщаюсь, я не могу про него судить как-то плохо. Очень часто со мной бывает так. Давай оказывается нормальные. Я слышал, что вы такой мерзкий, <laughs> высокомерный. Плюс ко всему, когда почитает мой райдер, ну я же очень много давал мастер-классы, ездил, и такие слухи ходили все время среди организаторов визажистов. Но у меня там реально он такой жесткий среди всех визажистов. Что ты пафосные звездные визажисты? Ну там типа самое пафосное, может быть, это маникюр мне нужен, потому что, ну кстати, сейчас я помажу каким-нибудь этим. Знаешь, типа, когда ты в кадре, и у тебя кутикула сухая, знаешь, там, или ногти, то это не очень хорошо, и ты не всегда успеваешь это сделать. Вот. И, или, например, там, пуховая подушка, потому что я не могу спать на синтепоновой. Или мне нужна ванна, потому что я, когда все время летаю, мне нужно полежать, а вода меня наполняет. Ну, там, массаж. Что-то уже немало. Нет, там много, а на вещает? самом деле, всего. А там такой... бутылочка. Ну, да. бутылочка, да, там вода определенная должна быть, там чай с молоком, например. Потому что, когда я пью чай с молоком, я ощущаю, что я дома в Башкирии. Ну, то есть такой у тебя нехилый райдер. Ну, он и не, не ну, сложный, Но ну, вот сегодня я ничего не попросил там шампанского. шампанской. Я сейчас спокойнее к этому всему относился, знаешь, иногда это просто нужно, чтобы, может быть, о тебе поговорили просто. Ну, я не знаю. Я в райдерах ничего страшного не вижу. У нас был один герой, не буду говорить кто, который попросил там 10 видов воды, он из них выберет. Ну, я с уважением к этому отнеслась. Ну, важно человеку это пожалуйста, пусть пьет. Ты знаешь, еще часто по райдеру понимать, насколько хорошо организаторы сделают все, потому что. Ну, условно говоря, ты попросил там, э, там определенную воду или определенные цветы, и когда приходишь, ну, ты понимаешь, что это исполнено, значит, все остальное будет круто сделано. Все. У меня жена иногда говорит, что вообще люди не знают, какой это гистап да. дома. А ты дома какой? Ну, я люблю, чтобы было чисто, например, чтобы дома была еда, чтобы было убрано, чтобы меня ждали. А если жена устала? У нас домработница есть. А, ну это другой вопрос. Пусть она распорядится так, чтобы домработница сделала. Ну бывает такое, я приезжаю по раз домой, холодильник пустой, я говорю, гуль а что, ну, типа, что? Он говорит, ну, нафиг сказала ничего не покупать, потому что я все равно в кафешке им все равно нет, дети тоже гуляют, там в кафешке едят, ну, типа, нафиг париться. Я говорю, ну, вы же понимаете, что я приезжаю? Она говорит, сейчас все сделаем. Я люблю, когда открываешь, оттуда валится еда разная абсолютно. И чтобы я был, ну, типа, спокойный, у меня есть что выбрать, поесть, я не знаю, чтобы было чисто, убрано. А но ну, если этого нет, ты прям что? Ты же не нет, как я, я, нет, я просто... Я, я, например, если, допустим, еду домой и спрашиваю, есть ли ужин, и если она говорит нет, я говорю, ты мне скажи, есть ли нет, если нет, то я пойду в ресторан кушать. А, ну это не гестапо. Я думала, ты там их выстраиваешь в шеренгу и А, нет. Нет, я вообще спокоен. Я в, в этом плане, создаю, мне кажется, стараюсь создавать все условия для жены, для того, чтобы она максимально занималась работой, творчеством и не тратила время там, мыть полы и так далее. Кажется, нормально. Потому что некоторые женщины, они, им нравится это, а некоторые женщины это не любят и не созданы для этого. Когда есть новейший век, и ты растушевываешь при помощи пушистой кисточки, сейчас очень простое правило для всех, быстро скажу. Вот есть свет, есть тень и есть еще полутень. Вот именно объем вот этот «Новейший век» убирает полутень. То есть не нужно высветлять его, не нужно слишком сильно затемнять, нужно немножко полутень, немножко увести в полутень для того, чтобы убрать на задний план. Про «Новейший век». Вот, кстати, я всегда... Мне вообще нравятся глаза с «Новейшим веком», как у меня. у меня. Хотя, ну, многие считают это чуть ли не дефектом. Нет, это шарм. И, как и большинство людей, я совершенно не понимаю, что делать с хайлайтером. Ой, это такая больная тема на самом деле. Потому что сейчас, если посмотреть блогеров, они хайлайтеры наносят везде мне кажется, пять Ой, да. видов ты я принципиально хайлайтер, мне кажется, ношу в самом конце. То есть ты должен сделать красивый маг без хайлайтера, а потом уже при помощи хайлайтера поставь, хайлайтером поставить акцент только. Ты меня сегодня будешь делать? Да, чуть-чуть. Но вот тебе, например, на твой тип лица нежелательно много хайлайтера вот в этих местах, да, ты будешь да, То есть тебе нельзя ни вот эти места, и нос лучше особо не трогать. И Только да, вот тут да. Да. Именно вот эти места слегка. не перебачу. Но я правильно понимаю, что вот за счет хайлайтера можно сделать вот такой эффект фреш-фейс, вот такой свеженько, что вот оно светится, тут мы блеска добавили, оно как будто... Смотри, такое, есть хайлайтер, ребеночка. есть же еще иллюминайзер, есть эффект такого внутреннего сияния, который я очень люблю. Когда ты делаешь классный уход, например, да, там, например, масло, какую-нибудь сыворотку классную, внутри, например, с тон с сиянием или пудры и уже у тебя кожа сияет изнутри, не только вот поверхностные вот эти блески. Понимаешь? Мне кажется, особенно вот Белла Хадид, она же вся всегда в хайлайтере, прямо его много. Ну, у нее такой худощавое кажется... лицо, она такая лисичка же. У нее все приподнято, вся худоща Но ну, нее красиво, кстати, да. потому что она вся сияет, переливается. Ей красиво. Как правильно пользоваться хайлайтером, потому что все его пытаются нанести много. Да, нанести много, адаптировать, считается же, что он дает такой секси эффект. с розовинкой тебе взял. Mm -hmm. То есть я тебе нанесу сейчас на верхнюю часть ску, вот. Это вот сейчас Диор у тебя, да? Да, я люблю ее люблю очень. Вот и ты такая немножко засияла, ну немножко. Его ну, нельзя перебарщивать. То есть ты, нужно сделать мейк так красиво, чтобы без хайлайтера смотрелся ну, классно. Вот сюда сюда мы не будем можем чуть-чуть сделать его еще чуть-чуть носик. вот сюда сейчас посмотрите эффект Ну-ка. Там. Там капельку. Контр губ. Ну, ты знаешь, можно еще тебе вот сюда его добавить. У тебя красивые такие ямочки есть внутри здесь. Uh -huh. Они не у всех есть? Нет. Это от строения глаз зависит. Что которую можно заблестить. Никогда не знала, думала, они у всех есть. Мы с тобой пока делали мейкап, мы обсуждали то, что твои цены на твои услуги, что они очень высокие. Ты знаешь, мне иногда, я не знаю, может быть, надо перебороть, иногда это неудобно. А хотя почему я это понимаю. Это ну, я не тот человек, который стесняется называть цены за свою работу или там брать деньги за что-то. Но иногда, когда мне часто об этом говорят, мне кажется, что я делаю какое-то преступление, потому что мне часто подписчики пишут, что там однажды я выложил сториз, как там мой сын ест черную икру на завтрак, хотя, знаешь, я купил эту банку, я не знаю, там <laughs> не буду оправдываться. Не, зачем просто, оправдываться? Ну, типа, да, ну, ты типа, можешь себе позволить Мне у тебя... пишут, так сейчас этот ваш сын съел мою зарплату за один раз. Okay. Да, да ты зажрался и все остальное. И мне Настя говорит: ну, Сердар, не надо бесить лишний раз, выкладывать кого-то, а я не хочу, я хочу показать, как я живу, потому что я не ворую, я зарабатываю честно, я плачу налоги, я, у меня все, вот, все по-честному, правда. И, и, и мне кажется, я вдохновлять должен этим, потому что я показываю ну, то, то, как есть. Хотя я не считаю каким-то богатым себя человеком там, или обеспеченным Просто, ну, нормально. Слушай, ну это в ментальности, мне кажется, русского человека немножко как бы все, да, действительно очень боятся там из глаза какого-то и негатива, потому что у нас, ну, в природе где-то, наверное, не очень принято радоваться там за кого-то, особенно когда общий уровень дохода населения не очень ну высокий, да. многих согласна. это раздражает, но с другой стороны, когда ты действительно не украла, заработала, и ты можешь себе позволить и черную икру, и там, не знаю, на Мальдивы слетать. Если спрос превышает предложение, а у меня есть история моей знакомой, которая даже за 200 тысяч не смогла к тебе попасть и очень хотела. Хотя, как ты говоришь, цена на твой, вот чтобы ты вот своими руками mm. сделала макияж. Mm. Мне повезло, мне вообще бесплатно достался макияж от а главного визажиста mm. страны. От тысячи долларов, то есть где-то 70-80 тысяч рублей. 1000 евро. А, евро. Это уже почти 90, 90. да, это чуть меньше станет не 100 даже. Меньше. Да. Это от, ну, типа, знаешь, если вот где-то я в центре, вот рядом я могу подъехать, да. Если, если мне нужно ехать за город, все зависит от времени, сколько я трачу. Если мне нужно лететь в другой город и так далее, это стоит все по-другому. То есть я сам вот хозяин своего, себя, я могу назвать любую цену. Не хочу я лететь, назову больше осуждайте, не осуждайте, но я просто не хочу по-другому красить. Вот ты сейчас номер один и в плане ценника, и в плане того, как к тебе попасть. Ну, то есть вот так вот, если я захочу и напишу тебе, Сердар, вот возьми меня на макияж завтра, не факт, что я к тебе вообще попаду. Нет, ну во-первых, если мне, ну, лично мне написать, я могу не прочитать директ, потому что там куча. То есть надо с помощником твоим. Да, служить. можно связаться с помощником, но вот так как у меня, например, расписан каждый день, не факт, что я смогу взять. Если так все сложится, то ради бога я могу накрасить, потому что в целом я всегда готов. Если я понимаю, что это условно говоря завтра утром там куда-то ехать и я не высплюсь, то я могу сказать нет, я не поеду, потому что я хочу выспаться. Если раньше я соглашался на все. То сейчас для меня очень важно собственное состояние собственное здоровье потому что мне кажется я столько налетался и наработался и при этом там я очень много мне кажется болел потому что я работал не покладая рук то сейчас, сейчас я к себе отношусь бережно потому что ну, основная задача моя сейчас меньше работать и больше зарабатывать то есть посижу подумаю и за это время придумаю какой-нибудь классный проект где заработаю классные деньги и еще, помимо этого, сделаю хорошее дело, потому что научу девчонок по всему миру э, делать все красивыми. Когда в Москве появится твой салон? Я уже снял помещение, э, у меня уже есть проект. Я тебе покажу, может быть, даже. А на где будет салон? На, на Поварской. Если я приду, не к тебе. Обученный тобой человек, там же наверняка будут только. Я думаю, что там кастинг будет огромен, потому что столько народа желает, особенно визажистов, попасть ко мне в команду работать, что понимаешь, что там будет хорошая клиентская база и в целом работает. Это вот к классному визажисту, обученному лично тобой, угу. чтобы попасть на макияж в твой салон, сколько будет это стоить? Я еще не задумывался, но я думаю, что это будет достаточно адекватный ценник. Для... Ну, адекватно, сколько? 10 тысяч. Ну, может быть, там. Я не знаю, сколько в Москве стоит. Ну, так это примерно. Ну, стоит, 10. Да. Там. Ну, вот в среднем, Ну, ну допустим, да. кто-то покруче будет, чуть дороже стоит. Часто да. очень девочки не моют вообще да, кисти. Да, да, да. У меня Потому раньше же... она год стояла, это кисти. Я думаю, я себе делаю. Это так все, на самом деле. Я когда бывает такое, у вас кисти чистые? Я такой, ну да, типа все дела, потом такой: покажите, чем вы пользуетесь. Достаю косметичку. Я так достаю вот этот спонж, который, знаешь, еще дяда какой-то уже просто он сгнил. Я говорю: а что это такое? Вы что, не моете спонж? То, то, что, что, типа, думают, я же да. себе. На а. самом деле, вот используешь, например, кисть для тона, лучше ее помыть после этого. Особенно кремовую текстуры, даже для себя. После клиента, конечно, каждая кисть обрабатывается. Но если, например, тон, видишь, угу. то здесь такая благоприятная среда для размножения микробов. Поэтому лучше помыть. Это очень просто: чик-чик-чик. Все. Я тебя научу потом. Есть визажисты, которые в салонах работают, есть визажисты, которые в брендах работают. Есть, которые работают в брендах, есть визажисты ну, на бренд, допустим. Да, у них и есть они определенный потолок работают. зарплата, да, которым платят бренд. Но у них есть плюс то, что они, у них поездки все время, какие-то показы и так далее. Но и есть частные клиенты, есть визажисты, которые инстаграмные, которые только делают какие-то видеоролики, зарабатывают на рекламе, практически не красят клиентов. Есть, которые работают на съемках в журналах, в основном у них фэшн, какое-то творчество, и им платят очень маленькие деньги. А ты, сделав свой личный А да? я хочу зарабатывать. Я, ты знаешь, почему не стал музыкантом? На втором курсе училища я узнал, сколько зарабатывают музыканты. Мне кажется, я был бы неплохим музыкантом, я очень музыкальный. Я все время хожу в караоке, до сих пор пою по ночам. Вот. Но когда я узнал, сколько зарабатывают музыканты, я такой понял, так, если даже я буду работать на четырех работах, это мне не хватит. И я, вот я, 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 я клянусь, я передумал быть музыкантом тогда, потому что я понимал, что я хочу, чтобы мои дети <laughs> жили нормально. Или я должен быть каким-нибудь там Денисом Мацуевым, знаешь, или э, суперизвестным музыкантом, чтобы собирать концертные залы, но я не такой. Э, или просто это не моя профессия. У меня уже 16 лет вот так щелкнуло, что нужно чем-то заниматься, тем, что мне будет приносить деньги. Вот я пошел танцевать, кстати. И потом одновременно у меня было такое, что я учился, я днем учился, играл в оркестре, пел, пел в хоре, а потом я ходил на курсы макияжа или красил, и ночью я танцевал. Слушай, ну это круто, что, вот мне на... вот то, что ты настолько искренне на это говоришь, потому что есть Чуть люди, сказать... которые яма, мое предназначение, а деньги не главное. Ну для всех для нас деньги нет, важны. для меня это очень, очень важно, круто. потому что когда я говорю все время, что у меня ребят, у меня семья, дети, ипотека. <laughs> нет, ипотеки, конечно, уже нет, но была, да, там для первого, то есть первое, там, что я себе приобрел вообще из недвижимости, потому что там 8 недель назад у меня не было ничего, была съемная квартира просто жены, как говорится, Николай не двора. Я приобрел себе студию, то есть у меня не было ни квартиры, ни машины, я взял ипотеку и купил себе там на первом этаже жилой фонд, э -э место и перевел его в нежилой и открыл свою первую студию в Уфе. Вот я понял, что это вот такой актив, знаешь, который будет проносить мне деньги. В принципе, до сих пор по этому же принципу я живу и никогда ни с кем не партнерюсь. Я делаю все сам, не беру уже никаких... У тебя никаких инвесторов кредит, никого, никого нет? Никого у меня нет. Я все делаю сам один. То есть вся империя Сердара все. Сложно, конечно, сказать империя, но уже третий салон, мне кажется, Третий салон. Онлайн-курсы, да, и у тебя и продукты, этого выпускаешь кисти, которые ты мне подарил сегодня. Да, но свои... я в планах, конечно, у меня есть выпустить косметику, но для меня важно сделать огромный инстаграм, ты блогером вполне можешь считаться, кстати. Ну в принципе, Это... да, я зарабатываю на этом деньги, не буду скрывать. Тебе бренды присылают бесплатно косметику, за, за кстати, за что, чтобы ты просто историю? Мне кажется, мне жена говорит Настя. Насте. Ты какой-то башкирский хан уехал в Москву, дань собрал, приезжаешь с этими своими баулами, с косметикой, типа, всех ограбил, там, типа, и приехал. Ну, я, во-первых, ставлю, у меня даже, кстати, будет скоро онлайн-мастер-класс, пусть завтра. И там будет второй блог, как стать успешным бьюти-блогером. И научиться сотрудничать с брендами правильно То есть коммуникации как правильно выстроить Для того, чтобы ты им был полезен, они тебе И в целом, то, что некоторые не понимают Типа, вот почему тебе прислают это а мнение Да потому что я знаю, с кем общаться и как Когда я знаю, что пиарщице это нужно поддержать этот продукт Но если он мне нравится, я с удовольствием поддержу Я в этом плане не жадный и Я понимаю, что если... Ну, у них есть своя работа И не так, что типа я буду ждать, чтобы мне только за это заплатили То есть ты можешь поддержать Конечно, за... если мне там... По скажем, бартеру Неважно, бартер, это может быть просто просьба какая-то, это может быть просто я сам понимаю, что мне это нравится. Я хочу приятно сделать бренду. Видишь, у люблю. тебя, видимо, эта восточная мудрость, ты мастер ну, коммуникации, тут ты... Супер органичный вошел в тусовку. Я правда искренне вот наблюдая за тобой вот на той же вечеринке гламур, я увидела, насколько ты там органичен. То есть, ты не суетишься, ты не пытаешься всем понравиться. Нет. Ты туда пришел, как к себе домой. Это очень, кстати, ну, на мой взгляд, круто, потому что я много видела людей, которые пытались влиться в тусовку, и она их отвергла. Это потому что очень наигранно получается. ты вот, вот когда тебя уже подходит и там начинает. Да, я да, там кто-то. Вот, вот мой инстаграм, ну, думаешь, ну да, окей, ну, окей, нет. Про звезд. Ты сказал, что у тебя есть такое, что ты смотришь часто на звезду и думаешь, вот руки чешутся, я бы тебя перекрасил. Вот Рената Литвинова, хотя они ее не принято ругать никогда, она богиня, она лучше. Он у нее а, немножко художественно, как картина театральная. То есть вот эти какие-то тонкие брови, стрелки асимметричные, вот эта вот растушевка в складку, а, это и классно, ей идет. Наверное. Если ее накрасить как а, а, совсем обычная, мне кажется, она немножко потеряет свою... Ну зачем обычно? Можно необычно. Но ну, вот я это... бы с ней с удовольствием поработал с Ренатой. Ну что бы ты сделал? Вот я как... не знаю пока, я пока не знаю, но я бы что-нибудь подумал, что сделать. Я не знаю. Но мне но кажется, тебе это всегда нравятся ее образы? Нет, не всегда. Не всегда, но нравится в целом. Я знаю, что она часто переделывает за визажистами. Она отбирает, так сама дорисовывает там дальше стрелку. Ну вот с кем бы ты хотел поработать из звезд, и вот ты смотришь и понимаешь, и фактура классная, и женщина красивая, и харизматичная, но макияж, конечно, у нее немножко. А вот я думаю сейчас, я бы, мне кажется, хотел сказать, поработал бы с с Навкой. Что? Я тебя Просто понимаю. мне кажется, что вот ей можно... Есть иногда... над чем поработать. Ну да, она красивая очень, но иногда макияж, мне кажется, есть над чем поработать. А вот эти девушки вот из холостяка решетого, почему они все так такие одинаковые. Мне кажется, вы даже в интервью об этом говорили уже с, с Леной. Я посмотрел, тебе да. говорил да, уже то, что у них достаточно такие пропорциональные, правильные лица. Но макияжем же можно что-то чуть-чуть поменять? Ну, может, но они такие немножко все кардашьяны красивые. Но я кайфую немножко от нестандартных лиц. Красивых нестандартных лиц. Например, как? Ой, я не знаю. Ну вот даже если взять, ну если брать из голливудских звезд... Энистон. Дженнифер Энистон. У ну, нее не у нее красивые лица. глаза, да, у нее такая грушевидная форма лица, Кстати, хорошие волосы всегда у нее. У нее всегда, правда, хорошие волосы, обратите внимание. Сара Джессика Паркер, например, ну, когда была помоложе мне кажется, там вообще все не по стандартам. Там вроде как бы и длинный нос, и глаза близко посажены, вроде как бы вытянуто лицо, но тем не менее визажисты ее так классно делают. Ну там в фильме, да, «Секс в большом городе» она такая икона стиля, хотя вроде вот, ну как бы не красотка далеко, но как она себя преподносит и как ее делают стилист, это ну, очень круто. Возвращаясь к нашим Звезды. С одной стороны, вот есть девушки, которые очень эксплуатируют активно такой коммерческий макияж в стиле Кардашьян, вот как Лапрёва, как девушки из Холостяка, как Настя Решетова. А есть, вот, например, девушки, как Юлия Снегирь, на мой взгляд, безумная красота женщина, отлично. но она как будто наоборот вот максимально с помощью макияжа гасит свою красоту. Не знаю, как объяснить, понимаешь ты, о чем я, я говорю? Я не знаю, как она красится в жизни, правда. Я просто видела ее без косметики, но безумно красивая сама по себе. Юлия Снегирь, Устинова. Да, кстати, с новейшим веком тоже ей безумно идет. Не кажется ли тебе, что вот Юлия наоборот бы чуть-чуть вот этой яркости, сочности можно было бы добавить в образ, потому что уж слишком аскетичный макияж? Ну на самом деле можно поэкспериментировать. Она мне напоминает немножко Ева Грин чуть-чуть. Но мне кажется, Снегирь такой красоты женщина, что ну почему-то. Они она актрисы, не, они другие. Не подчеркивают Во-первых, они во не ну, во избалованные, мне кажется. Я вот когда начал красить актрис, у меня первая была это Чулпан Хаматова, я удивился, что актрисы это не как другие звезды, не как там инстаграм богини. богини, они сидят вот так, они не шевелят. извините, можно я, простите, отвечу на телефонный звонок. Хотя какой величины Чулпан и какой величины там есть некоторые инста-девочки, которые считают себя просто там сидят нога на ногу и так далее, вот. Потом я красил Викторию Толстоганову, Она тоже супер спокойно сидела. Уже, конечно, больше разбирается в косметике, нежели Чулпан, потому что Чулпан, по-моему, без разницы, что я там делал. И я, конечно, удивился, что актрисы, они, видимо, выращены за кулисами, гримерами советскими. Да, у них дисциплина прям. И они прям вот им... Они Классно, приятно с ними работать. Лера Кудрявцева, тебе всегда нравится Очень ее? Почему классное лицо, на самом деле? Но к макияжу у тебя есть вопросы? Как... Я не знаю, как она сейчас красится. Раньше были, да. Правда? А как бы ты ее, что бы ты ей сделал? Просто своими квасивыми. Ей красиво, когда она выделяет глаза. Мне нравится. И красиво даже когда делают смоки. Я бы, наверное, сделал бы смоки, но свой. Но реснички чуть бы уменьшили, короче они были. Реснички можно было бы и покороче, конечно. Варнава. У меня единственный вопрос к по поводу ее линз. Вот, да. Но мне, я бы не люблю искусственные умная линзы. Да. А, она я... красивая, но у нее, него... нет, у нее, кстати, хороший девушка. мейк. Но, видимо, у меня есть подруга, которая все время носит линзы. И мне эти линзы, когда я вижу, я еще думала, может быть, это тоже связано с моим макияжем как-то, что ей кажется, что это как-то гармонично смотрится, но это мне даже чуть-чуть Элджеева, -чуть <как> знаешь, напоминает. Мне, мне кажется... кажется, она просто очень хочет светлые глаза. Вот у меня подруга носит все время линзы, потому что ей безумно не нравится свой цвет глаз. У нее там э, карий какой-то там такой, она все время голубые линзы носит. Ты уже вроде привыкаешь, а ну, взгляд холодный такой. Бы... Ну, это же видно, что да. это линзы. Бузову ты часто красил. Красил, но не, ну, не часто. Красил. А вообще, как ей делают мейк? тебе нравится? Не всегда. Не всегда, часто, 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 нет, как будто, не знаю. Мне вот тоже не очень нравится, мне кажется, что у нее, кстати, нормально. Ну, у Иногда прям лицо... классно бывает, у нее прекрасное лицо хорошее. У нее хорошее лицо, да, очень мне хорошее тоже, лицо. кажется, что ее портят плохим макияжем. Бывает такое. Я не знаю, там постоянные визажисты или разные, но к сожалению, это так. С цветом глаз я искренне считаю, что как было задумано природой, так лучше. Но у тебя офигенный глаз. Ну, может быть, мне это легко сказать, но я, тем не менее, знаю очень много кореглазых девушек безумной красоты. Ну да. И мне кажется, что это красиво. А кто тебе нравится вот из... Ничего, что я вопрос задаю в своем интервью. Из Тебе нравятся вот эти девушки? Из наших мне Снегири нравится, мне Паулина Андреева очень нравится. Паулина прекрасна. Она безумной красоты. Из не наших мне нравится, но Белл Хадид мне нравится, очень красивая. Считаю, Я, женщина. кстати, ее видел. Я очень люблю вот этих супермоделей 90-х. Кристи Тарлингтон, ага. Линда Евангелиста. Вот, то есть, мне кажется, тогда красивых никого уже не, не Кейтмос. будет. Кейт Мосс. Кейт Мосс, она другая, она стильная. Она как стильная. Она интересная. Ну, мне очень-очень-очень-очень нравится Ирина Шейк. Ну да, она она очень там и фигура, и лицо, мне кажется. Ну вот ее макияж, кстати, вот у кого идеальный макияж для меня, у нее. Это всегда fresh face, это вот она вот это вот свеженькая личка. Понимаешь, что скорее всего у нее. Гадун самосвой по Да, я у нее да, три раза брала интервью, да. Она правда у нее кожа хорошая, но как бы многие портят кожу плохим мейком, у нее всегда вот это вот свечение, всегда вот это вот какая-то влажность приятная. Я просто думаю, что у нее генетика, это первое. Во-вторых, она ухаживает за собой. Я смотрел, кстати, по-моему, где она делает себе мейк, или уход она делает себе, по-моему, если не ошибаюсь. Но у нее такие достаточно такие прям поставленные движения, она прям как надо крем наносит, куда правильные движения, все это там, для волосы. Прям видно, что она, видимо, ну все модели, э супермодели, я думаю, то, что они за собой умеют ухаживать, так как они работают с лучшими профессионалами всегда. Поэтому они у них все время... Классное средство. А для тебя имеет значение там сухая кожа, там тонкая как пергамент или жирная? С какой тебе легче работать? Ну жирная вся сложнее. Сложнее? Да. Сложнее, потому что держится все гораздо меньше угу. по времени. Это да, правда, у меня все сползает к концу съемки. Да, но мы будем припудриваться. Но зато стареет такая кожа медленнее. Да, медленнее стареет, еще медленнее. Стареет, извинее, всегда дольше остается молодым лицо, когда которое более округлое. Да, да, да. да скулы У которых есть скулы и щечки. Да. Так что через, я думаю, через, один, через лет 20-30, ты будешь выглядеть тут точно так же. Макияж ретро. Угу. Вот сейчас, когда смотришь старые советские фильмы, вот красавица того времени, там Светлана светличная, бриллиант да. в руке. Это вот стрелка и синие тени. Но мы даже сейчас на нее смотрим и мы ее воспринимаем как очень красивую женщину. Вот сейчас, если сделать такой мейк, это будет актуально? Ну почему нет? Самое главное, чтобы это полностью совпадало, мне кажется, с, с образом. Ретро образы, они. Ну это в принципе классика, это основа. Есть в е э, декаданс, когда ну, там времена Мерлин Дитрих или немого кино, да, когда было такое темный смоки, не спадающий, причем растушеванный вниз, такой печальный взгляд немножко, светлая кожа, тонкие брови, такие темные губы. 40-е, 50-е, Марлин Монро, я не знаю, там, Элизабет Тейлор. Одри Хэбберн, эти стрелки красивые. Но здесь, видишь, еще у них изгиб брови у всех разных. То есть там у Марлин Монро, вот, как у тебя, кстати, наивысшая точка смещена немножко в серединку. У тебя немножко такая ретро-бровь. Такой домик немножко, да? Да, ну мне нравится. Как кстати, мы сказали, ну красивый, это... да, смотрится. Широкие брови, как, как у Одри Хэбберн, да. Сейчас, в принципе, все, все, все же циклично, на самом деле, мода возвращается всегда. Просто под разным соусом, учитывая то, что сейчас огромное количество косметических брендов и нужно много всего продать, то. Тренды выходят, не знаю, каждые три месяца. И ты за ними не угонишься, мне кажется. Не успеваешь использовать одну палетку, а другую помаду. И одну помаду, когда уже выходит что-то другое, новое. Поэтому ну, я как бы призываю не... Не бегать за трендами, а делать или выбрать тот макияж, который тебе нравится и который тебе именно подходит. Ну, мы можем, если вот упрощать, назвать, например, там, три макияжа универсальных на все времена. Это там стрелка, Но смоки, Ну, нюд, он никогда... Вот красный. Залог хорошего макияжа – это хороший тон. То есть, ну, как тон. Тон – это э, демакияж, увлажнение, э, уход, я имею в виду, сам тон, консилер, пудра – Э, скульптурирование или там бронзеры, румяна, то есть вот это для меня тон, ну, типа, хорош. Ты его можешь нанести быстро-быстро за три минуты очень тонко, ты можешь его нанести поплотнее, там, если тебе нужен прям хороший фотография, хороший вид на камере. Нют, э, смоки, ну, наверное, да, стрелки. Есть а, вот эта теория про золотое сечение. По большому счету, это может быть кому-то кажется сущерным. Да, ты сказал, что ты не работаешь по такой системе, но очень многие пластические хирурги и визажисты ориентируются на вот эти пропорции, которые считаются идеальными. Есть даже формула: соотношение длины лица к ширине должно быть как один к одной там и 6, по-моему, там десятым. По а расстояние между глазами должно типа равняться размеру длине. глаза. Да, длине одного глаза. Длине одного глаза. А губы э, верхняя должна быть меньше нижней там на 25 Ну то есть это вот есть такие параметры да, идеального лица. И считается, на тему очень много есть статей, что вот идеально пропорциональные лица у таких звезд как Моника Робин Райт, Эмбер Хёрд, Кристи Тарлингтон. Есть вот эталонные лица, есть даже такая вот маска, маски пропорций, которые накладываешь mm -hmm. на лицо и смотришь, насколько оно там соответствует пропорции. И по большому счету, осознанно или неосознанно, визажисты так или иначе пытаются подогнать лицо mm -hmm. под вот эти стандарты. Вот не всегда, потому что сейчас, мне кажется, такое время, когда в моде и ценится индивидуальность. То есть мы сейчас, сейчас видим на показах модели не 90-х, да, которые там стандартные, а такие там с отсутствием бровей, с огромными губами, есть такие афроамериканки, да, или там супер маленькие глазки, они считаются и про концептуальный макияж да, говорить, ну Да, но сейчас жизнь, показ. мне кажется, то же самое. Но у тебя такой запрашивают макияж клиентки? Все же хотят смоки идеальные. Нет, нет, стоп, идеальные. стоп, стоп. Все равно большинство, основной косяк клиент, это те, которые хотят... Губки, выделить глаза, носик, там, поуже. очень редко, когда есть такие супер креативные творческие, которые просят что-то необычное. Там, полоса из блесток, вот так вот, например, или что-то еще, там, темные-темные губы, или там, белые ресницы, такое у меня тоже были запросы, сделали. Ну, я, я к чему веду, что макияж, это же всегда а, стремление вот к этому... Условному стандарт, стандарту эталону лицо, как бы туда Самое главное подогнать. не потеряться. Мне кажется, это вот знаешь, как маска в Инстаграм. Ты смотришь, например, она снимает без фильтров. Потом хоп, подсела на фильтр какой-то, который меняет полностью. Ты думаешь, блин, ну зачем ты снимаешь? Ты так красивая, или там чуть-чуть переделала пластику, и все, она не она уже как будто раньше была симпатичнее. Например, там, не знаю, Рене Зельвегер, помнишь, да, да. вот эту историю, когда она была такая с своими щечками, глазки, которые вот, она улыбается, и глазки уже не видно, но она такая милая была и классная, что когда она сделала себе операцию, непонятно, что она там сделала, я не помню, ну, все просто говорят, что, боже, Рене, это, это ты, и не ты вообще. Правда, вот, да. вот это я, конечно, не люблю. Бывает, что операции пластические, они нужны. Белла ходит просто потрясающе. Ну, помнишь, она там, да. ну, типа, она же себе подняла брови, там, шурупы скулы, вот эти, да, сюда, меньше, что да, скулы, и все классно, красиво. Это стало идеальное лицо. Ну, кстати, очень многие голливудские звезды, если там, может быть, даже кто-то не знает, та же Скарлетт Йоханссон и Дженнифер Энистон, они сделали такую пластику, которая практически да. не видна, но пропорции лица сразу изменились, это стало очень красиво. Из наших звезд, например, там та же Ренат Литвинова и там Кэти Тапури делали ринопластику, да. которая очень видна, но тоже стала очень красивой. Ну, красив, да. да и, стала лучше. Ринат, и... По поводу макияжа, когда ты говорила, что над кем бы я поработал, но вот сейчас уже по-другому, но вот раньше мне не нравилось, как красилась Яна Рудковская. То есть сейчас ее украсить чаще всего Ирина, ну, там Ирина Митрошкина, моя подруга тоже, я Яну красил тоже, но раньше вот прям когда Яна очень много бронзировала, оранжевые щеки и белые губы, мне не очень нравилось. Но я... есть же стандарт красоты. Вот смотри, я тебе сейчас объясню мою, почему меня эта тема волнует. сегодня неприлично говорить о том, что есть красивые и некрасивые люди. Все типа люди красивые. Я не, я не сторонник этой идеи. Я все равно считаю, что есть люди более красивые и Мы можем сколько угодно говорить о том, что это не так, но мы все понимаем, что это так. Да. Мы видим прекрасно, что есть, не знаю, там, условно, Ирина Шейка, а есть там Вупи Голдберг. Безусловно, талантливая, потрясающая женщина. Зачем ты сейчас сказал? Сейчас в расизме тебя обвиняют. Сейчас наше время очень опасно что-то говорить вообще по этому поводу. Приведи в пример, не темнокожий лучше. Хорошо. Есть, например, Лайза Минелли, да? Ну да. А есть Шарлиз Терон. И мы понимаем, что они обе прекрасные, яркие женщины, но с точки зрения конвенциональной красоты Шарлиз Терон, безусловно, красивее для большинства людей. Я не говорю, что для всех, но, возможно, есть да. люди, кому покажется, что Лайза Минели красивее. К такому стандарту, как Шарлиз Терон, как Ирина Шейк, ну, как любая красавица, к этому стандарту пытаются и визажисты, в том числе, приводить вот эти вот черты лица женщины угу. среднестатистической, вот как-то подгонять, как бы... Так скажем, к этому стандарту. Вот ты говоришь, что это как бы и... да, ты отталкиваешься от человека так или иначе, но мы же все равно понимаем, что мы стараемся сделать овал той ну, формы, конечно, которая конечно. Там, глаза сделать там, ярче. Ты знаешь, больше, иногда бывает глубоче. наоборот. Бывает, приходят такие клиенты, которым ты делаешь глаза, не увеличишь, потому что у них огромные глаза. Слишком или слишком вычерченные скулы, то есть я тебе же коррекцию супер маленькую делал, ну только легкую, потому что у тебя достаточно прорисованные скулы и подчеркнутые, то есть я тебе их прям сильно не выделял. Я всегда использую 2-3 тона, если ты не заметил. То есть я более светлый тон беру, наношу mm -hmm. на середину лица, все. Mm -hmm. И потом чем ближе к краям, тем темнее. И что нам это дает? Что это дает контурирование что сразу же. Более узким выглядит. Да, а светотень дает. Рельефно. Рельеф, да. То есть, смотри, что такое коррекция лица? Потому что некоторые не понимают. Ну, вроде смотрят в Ютубе у блогеров, что где-то затемняет, где-то высветляет, но не понимают почему. На самом деле все просто. Вот если взять череп человека, там, где впадинки, вот он череп, uh -huh. вот впадинки, uh -huh. здесь впадинки, глаза это впадинки, там мы затемняем. То есть мы углубляем затемнение. То есть затемнение дает глубину и выбирает лишний объем. То есть убирают щеки в основном, да, что у нас там второй подбородок, нос по краям, лицо по краям для того, чтобы а, сделать лицо более худым. Передняя часть лица, выпирающая часть лица, если положить туда руку вот на лицо, да, она касается передних а, выпирающихся лица. Они в основном высветляются, потому что свет, он дает, наоборот, объем. Кому-то же нужно что-то убрать, например, там широкое лицо. Кому-то, вот у кого есть скулы, я знаю точно, что многими они им не нравятся, у них пытаются их убрать, не подчеркивать. У кого-то, например, худое лицо, им хочется щечки побольше. У кого-то щечки, их бесит все время, они убирают щечки. Ну, ты бы мне вот что бы сейчас убрал? Ничего. Ты мне сегодня подарил кисти свои, именные. Меня новыми кистями ты красишь. Есть супер брезгливые люди, которые, когда видят, что кисть, пусть ты ее там продезинфицировал, обработал, ну, не доверяют они, что возили Есть. этой кистью по Есть. чужому лицу. Это звезды в основном. И что делать? Каждому новый набор надо? Ну, так как я владелец бренда кистей, мне вообще это не сложно. <laughs> я могу даже и подарить. Вот. А, и у меня часто бывает такое, когда я, ну, мне спокойно могу взять кисть и сделать ну, новый. Но ты же не всегда был владельцем бренда. Но, извини меня, если ты хочешь красить эту звезду или эту клиентку, то ты должен это сделать. значит. Или ты можешь предложить приобрести кисти, и пусть это будет ее имени. У меня есть клиенты, у которых свои кисти только, вот набор ее. Скажи, а реально ли э, продезинфицировать кисти настолько, Конечно. чтобы они... Да. В... Вы же приходите деле? в рестораны, пользуетесь э, э, приборами, которые, которые кто-то когда-то ел, ну, из которых кто-то когда-то ел, да. Ты же видишь мой стол, да, все да. На целом. Понимаешь, что чисто, вроде аккуратно, все, ничего такого нет, что сразу можно доверить. А бывают визажисты, которым лучше, конечно, не доверять. Потому что в первую очередь, когда я обучаюсь в школе, я всегда еще подхожу к столу и смотрю, кто как работает, у кого как разложена косметика. Сколько визажистов ты уже обучил? Очень много. Не знаю, мне кажется, больше 10 тысяч. Серьезно? Да. Мне кажется, у нас в городе только в Уфе. Все студии, все там, многие салоны уже открыли мои ученики. Но это только, это только офлайн. Онлайн, я думаю, еще ну, гораздо больше в разы. То есть, короче, в России каждый второй визажист практически красит по твоей методике. Нет, в России, в принципе, каждый второй визажист. Есть три спинки носа, передняя и две боковых. Нужно сделать так, чтобы есть такое правило трех полосочек здесь действует. То есть первая полосочка светлая и две боковых. Они должны быть одинаковой ширины. То есть 0,5-0,6 миллиметров. Ты оставляешь светлую полоску. Есть даже фильм какой-то с Мерлин Дитрих, там, 20 где она подходит к зеркалу, берет такую белую корректор, и, вот, и проводит вот так вот прям, чик, перед зеркалом белую полоску, и начинается скульптурирование. То есть, в принципе... То есть эта техника не нова? Нет, 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 конечно. Этих... всеми фоторедакторов. Мне кажется, что увлечение повальное фильтрами, масками, инстаграма и как, чего угодно, фейстюном, фотошопом и редакторами, оно из этой же оперы. И мы вот то, чтобы об этом говорили. Ты же наверняка огромное количество людей знаешь, кто привыкает к этим маскам, фильтрам. Все. И уже без них не мог. Все. Даже и, я. Да даже я тоже. <laughs> я уже такой думаю, так сниму без фильтра. Думаю, что какая-то синяки, кожа неровная, да все дела. Я не... И уже ты через Я могу их редко, снимаешь, очень или? редко встретить человека, который снимает без фильтра. Я пользуюсь там своим фильтром, но таким супер натуральным, который не меняет нос, там, глаза, но бывает же вообще... Ну вот я чаще всего пользуюсь фильтром, ты его 100%, знаешь, Кайли и Бритни, что-то там, ну, очень да, известный да, фильтр. Да. И там есть такая собачка, ты этой собачкой можешь да, варьировать, ты, как да, тебе да. сильно, тебе сужают нос, раздувают губы меньше и так далее. Но я хотя бы этого не скрываю, у меня вверху всегда подписано, каким фильтром я пользуюсь. Но у меня есть подруги-блогеры... Сохраняют потом... Сохраняют, потом они делают там скрин с экрана или в программе... И выкладывают, как будто они такие в жизни ну, и дивизия. что это натурально. Потом какой-нибудь телеграм-канал поним... все равно тебя выложит. Знаешь, ты там... понимаешь, что ты. Ну, это если это звезда, то да, а для блогеров ну, да. ну, их там никто не рассекречивает. И ты уже понимаешь, что эта зависимость переходит на новый уровень. Это какая-то, знаешь, типа новая Да, ты знаешь, у меня был такой, я там на мастер-классе модели подбираю мне присылают девочку, Инстаграм, все дела. Я прихожу и говорю, блин, а где модель, что она опаздывает -то? И сидит девочка маленькая, толстенькая, такая, ну, как бы не модель далеко. Ну, как толстенькая. Для модели она толстенькая. И лицо у нее два раза шире. Я говорю, я не знаю, что сказать ей просто. я понимаю, что она себя просто так фейстюнит. Фейсапит, фотошопит и просто там, не знаю, ракурсы, может быть, у нее. Есть такие люди, еще, которые умеют фоткаться классно. После этого я прошу свежую фотку напротив окна без косметики. Вот прям сейчас, которую ты сняла, без фильтров, и все. Тогда я только поверю во что-то. Но, кстати, есть люди, другие типа Ксении Собчак, которые в жизни гораздо лучше выглядят, но она почему-то выкладывает, ты заметила в Инстаграме себя, как будто хочется. Мне кажется, себя... что Ксения иногда не видит просто. И не париться. Столько гадости, в ее адрес сказано, что уже ты там ну, особо не паришься по этому поводу. Ты знаешь, я на самом деле думала на вот эту тему диджитал зависимости. В целом мы все да в телефонах сидим но и среди девушек вот эта уже зависимость от масок фильтров и эта граница с реальностью уже настолько стерта мне кажется это становится прям реально опасно и вот эта маска она как правило создает эффект вот макияжа от Сердара Камбарова то есть каждая раз и становится красавицей то есть как будто ты ей пришел своими вот этими руками сделал мейк еще и свет ей правильно поставили и конечно каждый себе хочется чувствовать красавицей которую под эти стандарты подогнали и в какой-то момент Девушка начинает, возможно, себя так и воспринимать. Она же смотрит: я, я вот иногда раз, такая себе сделала, эту маску. О, я же вроде бы красивая. красивая да? Да. То маска слетает, и ты уже думаешь, ты что что-то мне это, не это, мне кажется, кажется прямо психологически сложно иногда. Я знаю очень много таких на самом деле. ты, когда видишь их в жизни, ты думаешь: о, боже, да ты же совсем другая. Ну, типа, не всегда, кстати, плохая. Не всегда плохая, ну, но, нет, но ну, нет, как нет, как уже как бы другая, такой, просто немножко. Такой, такой, такой крен да, есть. Кстати, вот эти фотографии было-стало. До многие, и после, да. Да, до и после. Очень многие думают, что визажисты фотошопят uh -huh. их. И я так думала до сегодняшнего Стоп. дня. Да, Но сегодня ты сказать. меня сфотографировал. Вот я могу показать. Вот здесь нет ни грамма фотошопа. Вот ты меня сфотографировал. А вот. Да, красиво после того, как ты мне сделал макияж. И, честно сказать, если бы я у тебя в Инстаграме увидела, я бы подумала, что здесь есть фотошоп. Ты, ты понимаешь, да, что в целом очень много, макияж очень много влияет. Плюс правильный ракурс, настроение само по себе, глаза же начинают блестеть. И в любом случае все визажисты абсолютно немножко фотошопят. То есть если тебе нужно, условно говоря, взять там, ну, не знаю, какой-то жирный блеск, залом убрать, чуть-чуть, то есть не так, чтобы превращать просто в какой-то вуаль, или там нужно, можно обрабатывать что-то. Знаешь, там, там условно говорят, ты сфоткал клиентку, ее хочешь выставить, а у нее, ну, ты знаешь, что она расстроится, потому что у нее рука там получилась какая-то большая на переднем плане. Но это нужно делать супер профессионально и правильно, чуть-чуть. Не перебарщивать для того, чтобы видно было, что это живая кожа и все остальное. Мы вот здесь, видишь, ничего сузить не можем. Не можем. И фильтр никакой здесь наложить не можем, но я зато с твоим макияжем, видишь, который... Посмотрим, как получится. Мне кажется, классным будет. Что для тебя вообще есть красота? Ой, такие вопросы. Красота. Я точно знаю, что красота есть в каждом. Я вот сейчас тебя накрасил, сижу и реально любуюсь. И не с то, что я раньше не любовался, но я очень люблю любоваться своей работой. То есть в этот момент для меня такая муза получаешь, видишь? Да и... ты мне вот сегодня очень классную фразу сказал. мне что порой бывает, приходит девушка совсем не модельных параметров. Не вот это вот золотое сечение, не идеальные пропорции. Но вместе с тем она тебя сшибает своей харизмой. Да. И ты думаешь, вау, вау, вау. И вот это, не знаю, может быть, вот мне такие люди самые красивые для меня. У меня есть одна клиентка, ну, сейчас я уже не крашу, но у нас Софья, и мы даже между собой ее называем самый красивый, самый богатый. Ну, типа, у нее такая... Она себя так несет, вот прям, типа, я сам... Ты знаешь, она, не, она хорошая, добрая, все остальное, но я не скажу, что у нее там какие-то стандартные красоты. Но когда она себя преподносит, и она такая сама по себе внутри приятная, ты понимаешь, что реально она красотка, и она вроде как бы энергетически такая, прям вот женщина-женщина, и она ухаживает за собой, и вот прям ее, когда мейк сделаешь, она там что-то пококетничает, и прям вот красотка-красотка, я -красотка, вот клянусь. И это прям очень важно, потому что у женщин, мне кажется, главная красота, ну, это все-таки энергетика внутренняя женская. Ну, кто да. из наших звезд, мы про звезд говорим, потому что твоих незвездных клиенток большинство наших зрителей не знает, а из известных женщин, с кем ты работал, не обязательно даже что ты их красил, может просто фотографировался рядом постоял. Вот кто на тебя произвел впечатление? Именно мощнейшая энергия, дикая харизма, человек просто атомной энергии тебе вот ну я уже говорил про Аллу Вербер, которую меня сейчас с нами. Там просто, мне кажется, сложно сравниться с ее энергией какой-то, да. Ты имеешь в виду про женскую, про женскую, сексуальную да, энергию да. или про какую? -нибудь? Ну, вот про всякую. Самую большую сексуальную энергию я чувствую от своей жены. Это правда. Почему я, в принципе? Потому что меня с, я с ума сходил прям просто, когда мы только познакомились. Потому что я прям, я как-то вот. А в целом. У кого? Я люблю общаться с людьми, которые мне что-то дают. В плане какой-то информации. Мне не всегда интересно. Я, значит, в последнее время вообще заметил, что я не знаю, вычеркиваю людей, тех, которые, с которыми мне неинтересно. Я не знаю, плохо это ли хорошо, иногда себя я в этом виню. Но мне кажется, что вот прям со многими я перестал общаться. Ну, мне неинтересно. Мне нужно человек, должен был очень творчески, очень, или умный, или чего-то добился, или я общаюсь с молодежью, которым я могу сам что-то дать. Кто из наших известных женщин может тебя в ступор чуть-чуть поставить, У кого-то увидишь, и, и все, и остолбенеешь? Ну, наверное, Рената. У меня, в принципе, был ступор, потому что я был на ее спектакле, потому что мы с Наташей прошли за кулисы, я с ней познакомился, и как-то вот чуть пообщались, и мне прям такого завороженное смотрел. Ну, какого-то пиетета у тебя больше нет ни перед кем? Нет сродни гороскопом очень-очень популярная в сети тема. Вот это деление, лето, зима, осень, весна. По цветотипам вот считается, что есть там типа цветотип, тип, кто там, например, там Николь Кидман, Весна, наверное, да, получается. Ты знаешь, я даже не знаю. Мало того, есть такие а, обучающие курсы у визажистов, вот, особенно вот старая школа там. Где есть не только осень-зима-лето-весна, но там есть. Там, 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 да? там знаешь, как есть, типа какая-то Южная Африка, какая-то зимняя, там я не помню уже, честно говоря, Норвегия. Вот смотри, я просто, что хочу сказать, я всегда тоже считала, что это ерунда. Но мне легко было, потому что я работала в такой сфере, где много было связано с модой, с бьюти, это, как правило, люди, которые, как ты, тебе не надо изучать теорию. Но я считаю то, что тренды, тогда да. те люди, которые не соображают а в этом, они вообще, должны пойти да. к профессионалам, и они им объяснят. Потому что вот так вот на камеру там просто объяснить, это сложно. Там есть логика, например, там, по-моему, это Зима называется цветотип, и, и к нему относится, например, там Пенелопа Крус. Это люди, которым реально идут яркие цвета, красные. Вот. А кого-то они убьют. Вот когда мне скажут, что там что-то нельзя тебе... Я это сделаю, сделаю красивый, Докажу, Но что это. Это ты. А если она сама себе это делает, ну, и она, и делает. ориентируясь на эти цветотипы, действительно и выберет, Если у нее цветотип, ну, как у джуризмы. в Джури Роджерс, одежде или в макияже, Это всем. разные вещи. Есть такие базовые вещи, которые ты можешь использовать, которые идут всем. Хорошо. Вот если у женщины тип. Джули Робертс рыжеволосая, кореглазая. Я вот ее не представляю с какими-то там фиолетовыми тенями, но я ее хорошо представляю с золотистыми. Как ей будет а красиво. А я представляю с фиолетовыми тенями. Если ей можно ну сделать, то у нее калит глаза. Ну, это ты представляешь, потому что ты можешь это красиво сделать: Николь Кидман с дикими смоки. Я ее не ну могу нет, представить. Ну нет, здесь уже образ, мне кажется. Это от формы лица еще зависит. Но еще, когда, понимаешь, это тонкая, как пергамент, Хорошо, кожа. Хорошо, а возьми Аврил Лави, помнишь? Да. У нее светлая кожа, тонкая, как пергамент, но у нее смоки. То есть у нее образ сорок такая, да. Ну, да, Здесь так. зависит от того, ну там... То, то есть цветотипы ерунда. На да них мы не Не стоит заморачиваться. Вот, вот сколько из опыта я знаю кто бы ни приходил и пытался, я раньше тоже разбирал это, путался, и даже хотелось перестать быть визажистом, потому что реально путаешься и не понимаешь, то это очень сильно, ну, ты по этому, по этому поводу заморачиваешься, не нужно этого делать, все гораздо проще, как сейчас, да, раньше, когда мы учились, у нас были там зеленый корректор, оранжевый, желтый, чтобы перекрыть, там, венку, синячок, все дела, камуфляж, потом еще что-нибудь, какой-нибудь аджастер намешал, все эти сложности, сейчас взял один классный продукт, нанес, и все классно. То есть жизнь гораздо быстрее стала, у тебя нет времени для того, чтобы заморачиваться этим вещами. Есть продукты, которые за на, заранее про нас, э, за нас продумали, и то, что ты наносишь и не паришься по этому поводу. Какие продукты в реальности, в женской косметичке не нужны? Вот это чисто уловки маркетинга. Ну, я думаю, что какая-нибудь основа под тушь. А праймер, праймер нужен под... Э, ну, э, ты можешь, в принципе, праймер, или как-то как увлажняющий крем, может быть, обычно. Табу в макияже. Вот что есть... Прям зашквар. Вот то, что вот не надо так делать. Вот раньше считалось, да, что это. Ну, вот я не люблю куриные жопки вот эти нарисованные. Это что? Это когда сейчас очень модно выходить за контур губ прям ярко, не растушевывая. Это классно смотрится на Дженнифер Лопес, и то профессионально красиво сделано, когда она там подводит кубы немножко. Но когда это делают сейчас, не знаю, там, челябинские визажисты, очень часто, кстати, многие почему-то не обращают внимания, кто-то это делает красиво, а кто-то не очень, то лучше, блин, простите меня, челябинские визажисты, если вы обиделись, но это так, правда, то лучше, конечно, этого не делать, потому что Женщина становится, девушка становится пошлая. Вот прям пошлая. Или вот эти одинаковые брови. То есть взяли с одной модели и поставили э, эти брови э, другой. То есть я сейчас повторил твою естественную форму бровей. Но есть визажисты, которые бы тебе ее расширили и сделали такую, знаешь, более такую широкую, типа модную, на их взгляд. Вот. И становится лицо такое немножко пошловатое честно говоря. Мне кажется, вообще любой тренд, который слишком сильно э, гипертрофирован, или э, знаешь, вот когда, например, сейчас все визажисты делают тейпы, знаешь, да? Mm -hmm. Клеят, дотягивают, и у всех вот, такие, вот такое выражение лица. Но когда у тебя весь инстаграм в, в этих тейпах, и примерно в одинаковой технике макияжа, то у тебя, в принципе, все девушки похожи становятся. Это меня даже обвиняет в том, что я делаю одинаковые мейки, хотя я считаю, что я делаю достаточно разные, потому что я всегда ориентируюсь на натуральную анатомию человека. То есть я стараюсь, если даже форму сделать, не менять форму глаза. То есть не вздергивать сильно, там, не вытягивать, а просто идти по анатомии, чтобы человек все-таки вроде остается... Ты вроде ты, но ты немножко другая. Вот нет такого, что прям нарисованное новое лицо, а просто чуть видоизмененное. Просто знаешь, как вот для меня лично то, что вот в маникюре, когда я вижу какой-нибудь вот, Nail, вот это... такой вот френч со стразиками, у меня сразу начинается чесотка. Нет, декор что я... я вообще ненавижу, я вот да, вот... на ногтях. А в макияже я сейчас вот не понимаю, потому что мне кажется, что уже даже то, что было за шкваром, оно может уже таким не считаться. Смотря для кого. Если это опять-таки молодежь, тикток... Там можно все, мне кажется. Они делают вообще треш. трещины. Это загар, как из нулевых, сделать розовый. Ну, это ужасно. Ты знаешь, здесь такой в инстаграм московскую тусовку 2007, как... что ли? Это, да, не да, да, да. И я не помню. Я люблю ты смотришь, это такая. Это жесть просто. Я ненавижу, конечно, когда у девушки, например, пористая кожа, там, у меня очень пористая кожа, жирная, я знаю. Но у меня мужская кожа, у мужчин у многих такая. И когда очень много сияния хайлайтеров, это ужасно. Или, например, загорелая неправильно подбирает холодный хайлайтер, плюс ко всему розовый румян и скульптор, который не ä, теплый, который подходит под ее кожу, а такой более серый. И получается такое ощущение, что ее очень сильно стукнули кирпичом вот сюда, я не знаю, или чем-то, или просто синя какой-то. Там такой пигмент получается, как синяка. То есть здесь такие тонкости, которые не понимают. Они как бы прочитали э, в бьюти-блоге у кого-то, что это там, условно говоря, там скульптор какой-нибудь, тау подтенок, под... он классный, он крутой, нужен всем, но у нее кожа не подходит под это. И она начинает пользоваться. То есть это уже не, из-за незнания, и она не видит это. Ресницы ненавижу нарочные, длинные. Когда закрывают глаза или очень длинные, я не люблю. Как мелкие такие, да? Меня, кстати, после интервью с Крыгиной многие хейтили за ресницы, хотя у меня и тогда большими не были. Но поскольку не умею делать, как mm -hmm. я тебе говорила уже, да, мне было проще делать, как бы, чтобы были какие-то реснички, сделал тон и пошла. Вот, но когда я вижу вот эти вот, вот такие щетки, мне тоже как-то дискомфортно, я не, мне прям хочется взять и отодрать. Я ненавижу, когда сильно скульптурируют нос. Излишне использованное скульптурирование, это, конечно, сейчас тоже. Смотришь, а, вот смотри, когда лицо не рельефное, без скульптора, оно выглядит себя моложе. Вот как Наташа Вадянова, например, да, она такой у нее же baby фейс. Если есть сделать такой острый носик, представляешь, да, ее вот этот вот детский носик приделать, она сразу начнет выглядеть да, взрослее. Любую бровь, которую ты делаешь более тонкой или более такой прям подчеркнутой, она тоже сделает взрослее такой э, взгляд или там подчеркиваешь скулу. Почему, например, когда э, дети вырастают, у них же, ну девочки, например, да, они же такие щекастые, округленькие все, а потом когда вырастают человек спадают, появляется скулы, ты становишься женщиной, девушкой, становишься выглядеть взрослее, потому что уходит вот эта припухлость детская, как говорится. И лучше иногда некоторым, у кого жесткие черты лица, конечно, не делать. Никакого ни скульптурирования сильное, ни жестких линий, никаких стрелок, а все такое мягкое, растушеванное очень. Слушай, ну, Наташа Вадянова вы с таким лицом, может, и хорошо ты не делать контуринг. А если вот как сестры Кардашьян, которые ввели это в моду фактически, и когда смотришь фото, было... Ну, стало. вообще моду ввела первая Дженнифер Лопес, давайте говорить с этого. Потому что она... она первая, раньше была. Да, Дженнифер была первая, потом уже Ким. Ты человек, который вот и заработал деньги, и бренд собственный создал, и бизнесов у тебя э, великое множество. Но ты вот мне сказал о том, что для тебя вот главный э, источник энергии ⁇ семья, угу. твои дети, что там ты восстанавливаешься. Ты из тех людей, кто работает 31 декабря? Ты знаешь, я раньше всегда, когда я танцевал, работал 31 декабря. Сейчас нет. А, отдыхаю, конечно. Я сейчас не работаю уже, я сейчас скажу. Нет, когда я красил, тоже 31 декабря работал. Но последние несколько лет, года три, наверное, когда я занялся своим здоровьем, там, собой, потому что я полностью отдавался и понимал, что... потом а в определенный момент я понял, что все, кому он хватит, нужно заниматься собой тоже. Уже вроде как бы что-то заработал и так далее, нужно любить себя, иначе дальше ничего не пойдет. И я 31 декабря, нет, я отдыхаю. Спасибо тебе большое. Ты понимаешь, что мне сегодня куда-то придется пойти? Я не смогу остаться дома. <laughs> Напиши мужу сразу об этом. Привет! Молодец!